Окей. Пым-пым-пыри-пы-пым. В Фейсбуке сидят люди для знакомства по рабочим вопросам. Хоть и говно, приходится там сидеть. Ну, бывает, братан. Ой, слушайте, это правда, потому что я могу сказать, что Фейсбук... Так, я вывожу твою картинку, ты готов? Ну, наверное, сейчас я, чтобы не шуршать, я один раз открою. Убери там все компрометирующие вещи из кадра. Только Боря есть компрометирующие. Я не вижу его. А он такой, знаешь, типа забегает периодически и такой... И компрометирует, да, я понял, да. Да. Прибежал, просто компрометировал, убежал. Так, я... Все, мы в эфире с лицами, с камерами. Окей. Всем привет, мы сегодня вдвоем, потому что Максимка у нас уехал. Уехал в далекую Москву, вот. И сейчас летит в самолете обратно в Казань. Да. Угу. Вот, поэтому... У нас так и не вышло встретиться с ним, но что поделать. Мы сегодня вдвоем, мы постараемся сегодня бодренько-живенько, и именно поэтому у нас сегодня не очень долгий подкаст, поэтому на 4 часа не рассчитывайте, мы постараемся кратенько. Но вообще, как пойдет, я уверен, что Тимур заговорится в очередной раз и опять на часов на 5 подкинет мне работенки. Вполне возможно. Сейчас мы потихонечку собираем людей. Злый день, злый день, полосатый, смотри, за тебя. Вижу его. Мохнатого, да. Так, Борян, ты же знаешь, что не надо вот делать. Вот не надо. Ты понимаешь, что вот эта морда прям? Ты видишь, там кусочек морды торчит? Да? Угу. Я вижу ушки. Я сейчас, кстати, сейчас я чуть-чуть сделаю на себя камеру, потому что я вижу, что она там слишком высокая. Вот. Ну ты все равно, я не знаю, видишь ее или нет. Но пока да вижу я кота. Вот. Я вижу, скажем так, кота, и вот он издалека выглядит один в один, как на тех мем-картинках. Да-да-да-да-да. Просто один в один. Боря уже дорос до того момента, как раз таки, чтобы выглядеть вот как кот, который, знаешь, там, типа, кот-педрила.
При этом ведет он себя тоже как педрила. Фига ничего, он вымахал пишет. Да, это же Барян, камон. Это же кот, который будет размером скорости Тимура. Знаешь, как на той картинке, типа, как эволюционирует Мейкун. И сначала такой, типа, небольшой котик, потом побольше котик, потом здоровый котик, потом каджит такой, знаешь, размером с человека. Так и будет. Ну, на самом деле, вообще, я говорю, британцы, у меня даже некоторые наши слушатели писали мне, что они реально могут вымахать до 8 килограмм. И там у нас один чувак писал... 8 килограмм, это же какая-то собака маленькая, а не кот, на самом деле, так-то. Он показывал картинку, где, типа, он сидит с девушкой в машине, mm-hmm. и, ну, типа, девушка на соседнем сидении, и все колени девушки, вот все колени, это огромный кот. Ну, девушка просто маленькая. Гигантский. Mm-hmm. Не, ну, ты понимаешь, что, типа, все равно огромный котища, который, типа, вот занимает вообще, условно, вот такое расстояние огромное. Я вспомнил. Я тут смотрел одного... Исходит плохой компьютер. К местным неграм. Ну, вот. И показывает размеры. Говорит, я, говорит, на самом деле человек такой не очень высокий. То есть, там, ну сколько? Ну, метр там, 70, не знаю, метр 80. Показывает размер там местных. И они там, знаешь, там, метр с кепкой, реально. То есть, там, метр 50, метр там... Ну, то есть, я не знаю, сколько, но по виду типа видно. Типа пигмеев, что ли? Ну, какие-то там племена. Просто ты же знаешь, что там же есть реально у некоторых племен... Там же натурально есть чуваки очень высокие, которые прям реально высокие. Знаешь, почему в Африке вот высокие могут быть только в более-менее развитых странах Африки, а не в таких, как там Уганда условно? Потому что они едят? Нет, потому что на рост человека очень сильно влияют количество и поглощаемой еды, и там всяких витаминов и прочие истории, вот именно во время, скажем так, беременности и прочее. А когда ты живешь впроголодь и питаешься хуй пойми чем, очень тяжело вырастить здорового высокого ребенка, понимаешь? Поэтому как бы вот так. Вот. Ну, я вообще могу сказать, что ты знаешь, вот эта вся история по поводу расизма и так далее, что я напоминаю вам, что в Африке же гигантское количество народностей, и когда вот эти афроамериканцы, так называемые, берут и говорят, вот Африка, африканская народность, это вот африканцы, это все наше все. Нет. Это континент. Как бы, знаете, это как бы, знаете, типа, когда вообще-то, типа, они говорят, они, в общем-то, очень сильно нивелируют культуру, которую они всячески пытаются сказать, это наша культура, это вы ее там апроприируете. Нет, вы просто долбоебы, не знаете, что на самом деле там есть куча разных племен, разных народностей, совершенно разных вообще людей. И напоминаю вам, что все эти люди за милую душу за последние 500 лет друг друга в рабство сажали, истребляли. И если напомню вам, что какой был безумнейший геноцид, например, в Руанде. Да. Да. Ну, я просто тебе говорю про то, что вот, это к вопросу о росте. Если ты кота хорошо кормишь, то кот у тебя вымахает до 8 килограмм. Будет тебе на чем бы тебе топтаться, а ты будешь... Свинья, ты слишком здоровый. Он же у меня жрет мясо, прям мясо. Мясо? Потому что... Ты кормишь кота мясом? Я кормлю кота чуть-чуть отваренной или индейкой, или курицей. Это его основное питание. Кроме еще сухого питания. И я иногда, как бы, ну, для профилактики даю ему еще и мокрое питание, всякие хилс и грандин. Вот. Проплан, например, пуриновский ему не очень пошел. Вот. Почему? И, короче, подожди, проплан — это диетический какой-то пурина. Корм, да? Нет, это по сути, такое типа понтовое питание, которое мне Макс засоветовал. И оно ему очень нравится, но его тут же начинает поносить кота. Вот. При этом другое питание, когда дошел, типа хилс, там, грандин и так далее, вот оно хорошо заходит, нормально, ну, все хорошо. Да, блядь, ну ты можешь, пожалуйста, вести себя нормально? Я про тебя рассказываю. Не собирается это делать, судя по всему. Вот. И, короче, в итоге, типа, вот я его действительно кормлю такой курицей. Иногда еще меня заводчица посоветовала. Она сказала, купи, типа, этих сырых сердечек куриных, заморозь на 2 недели, прям в заморозку глубокую, чтобы, соответственно, они, ну, типа, любые вирусы, которые там были, чтобы они погибли за 2 недели в заморозке, типа, минус 20 градусов. Вот. А потом, соответственно, кипяточком, типа, распариваешь, вот, и, как бы, нарезаешь и даешь, вот. И у кота натурально, как бы, он, ему очень нравится курица, вот это все, короче, но у него столько энергии, что он начинает бесовывать со страшной силой. Вот, то есть он жрет чистого мяса и прям просто
и начинает там промо охуевать. Тебе нужно это колесо, как для хомячка, знаешь, чтобы он бегал там и выматывался и спал прям в нем. Знаешь, мне приходится делать... У меня есть как бы похожая штука же, специальная мыша, которую я вешаю на дверной косяк, короче. И там такая мыша, которая цепляется с него за две стороны, и она, соответственно, висит на резинке такой. И он может реально минут 40 просто скакать с ней, с этой мышой. Потом он так упыхивается, что просто лежит, и как собака такой... Ну, вот так прям ртом, понимаешь? Ну, то есть он настолько охреневает просто от этого. И у него, он просто лежит, и у него совершенно ошалелые глаза в этот момент. Просто, знаешь, ты понимаешь, что кот, знаешь, такой пошел и набегался реально. То есть, как бы, знаешь, вот как вот человек марафон пробежал просто. Я всегда видел, чтобы собаки жесть. Набегались, но чтобы кот набегался, это, мне кажется, редкость, скажем так. Потому что кошки обычно в этом плане такие, не, что-то устал, пойду полежу. Не, он же мелкий совсем. Я думаю, что когда ему будет года 2-3, он, конечно, будет намного спокойнее себя вести. Вот. А сейчас ему сколько? Ему 7 месяцев. Медведьмен занес нам 100 рублей. Пора пополнить казну за июль. Чуть больше года вас слушаю. Крутые. Спасибо тебе, братан. Вакбалеш занес нам 1 евро. На июльскую зарплату сегодня узнал, что она у меня тоже будет. Ха-ха. ХЗ, правда, когда. Отлично, братан. Это хорошие новости. Неглавный ноябрь занес 200 рублей. Пацаны, привет. Уволили за неделю с двух работ. Кинули на деньги. Но вы мое единственное спасение. Хоть появилось время пройти Last of Us 2 хорошего стрима. Спасибо тебе, братан. Спасибо, у нас сегодня короткий выпуск, мы сегодня без Максимки, но давайте мы все-таки, наверное, его начнем. Мы же готовы с тобой, да? Мы же с тобой профессионалы. Конечно, да, да. Мы можем, умеем. Ну, погнали. Давай. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Вы можете нас слушать, вы можете нас смотреть. Мы не осуждаем. Напоминаем, что наши живые записи выходят в лайве на нашем YouTube-канале, который так и называется «Завтракаст». Вы можете его найти и подписаться. Или, соответственно, можете слушать нас, где вам хочется. Это может быть iTunes, Spotify, Яндекс.Музыка, ВК, CastBox, где угодно. Тоже не осуждаем и всячески вас приветствуем. Если вы на нас подпишетесь везде, это тоже будет отлично, и мы будем только рады. Да. Вот, соответственно, вы слушаете Завтракаст. Номер 191, это, знаешь, на... Сколько выпусков? У нас 191 больше, чем надо. Да-да-да. Ну, то есть, примерно так. И сегодня с нами в виртуальной студии только два человека. Это я, ваш ведущий Дмитрий Замбак, и Тимур Сверфлюков, который у нас наш штатный главный маркетолог, да, и второй ведущий подкаста. Вот. И мы начинаем с чего? А мы начинаем, пацаны и девчонки, с нашего замечательного спонсора. Компания Geekbrains. Это такой онлайн-университет, который позволяет вам стать хоть программистом, хоть системным администратором, хоть разработчиком видеоигр, да кем угодно, если вы хотите войти, войти, как говорится, то Geekbrains это для вас. На самом деле войти в IT это действительно очень круто, престижно и сейчас довольно денежно, поэтому если вдруг вы думали, будучи там сейчас, вы там студент, например, и, в общем-то, пытаетесь понять, нахрена вы пошли в геологический, вот, или в ПТУ, и, в общем-то, очень хочется пойти в IT, ну, вот как раз это ваш шанс. Если же вы просто геолог уже со стажем и вдруг хотели поменять себе профессию, это тоже ваш вариант, вы тоже можете пойти, отучиться и, в общем-то, начать как бы свою карьеру в IT, тем более, что сейчас это довольно не так-то сложно, потому что даже джуниора, если у тебя просто башка на плечах, просто варит нормально, и ты знаешь какие-то базовые вещи и готов учиться, то все, ну, как бы этого уже достаточно. И вот меня вчера посетил вопрос, а не пойти ли мне на курсы разработки по Java, потому что я вчера как раз настраивал наш Майнкрафт-сервер на Java. И такой, блин, если бы я знал Java, я бы по-другому бы все сделал. Такая мысль посещала. Посещала меня. У тебя много свободного времени, так что ты можешь вполне решиться в итоге и попробовать это все-таки сделать. Ну, как говорится, дело за тобой, как, в общем-то, дело за нашими слушателями. Имейте в виду, что вы можете перейти по ссылке в описании, и, в общем-то, по крайней мере, чуваки с Geekbrains поймут, что вы услышали нашу рекламу, и, может быть, даже как бы она вам пригодится. Поэтому думайте, смотрите, дело за вами. Geekbrains довольно классно, у них, напоминаю, вам есть краткосрочные курсы ненадолго, есть долгосрочные, которые прям как настоящий институт, то есть там типа на полтора года минимум у вас пойдет вся эта история с последствиями, с практикой, трудоустройством и прочим вещами. Короче, пробуйте, смотрите, если вам это нужно, то это ваш шанс, возможно. Вот. Спрашивают в чате, а есть ли курсы для того, чтобы выйти из IT? Это хороший вопрос.
Я это, думаю, знаете, что называется, есть. Это называется рехаб. Едешь, короче, в какой-нибудь на Бали. Фильм, помнишь, назывался, когда мужик ушел в лес жить? В диких условиях или как-то так? Помнишь? Into the Wilds, как-то так он назывался. Да. Рохан, за 100 рублей. Сегодня, наконец-то, протестил подаренный зонт на завтра Санту от Тимура. Он огонь. Еще раз спасибо. Хороший подкаст. Спасибо тебе, братан. Если что, у нас был анонимный Санта-Клаус для нашего завтрачата. Мы собрались небольшой... Анонимный Дед Мороз. Какой Санта-Клаус? Давай по-русски говорить. Это что? Ну ладно, анонимный Дед Мороз. Короче, и в итоге, типа, мы где-то человек 40 умудрились там, типа, сконнектиться. И я подарил своему, в общем-то, подопечному зонт Star Wars, который у меня тоже такой есть, который, типа, когда открываешь, у него светодиодная лампа идет по длине всего, в общем, всей ручки, и ты пока идешь, ты можешь включить определенный цвет, ну, типа, как вот эти сейберы, то есть, соответственно, там фиолетовый, зеленый, голубой, там розовый и так далее, типа, и вот идти. Можно еще сделать так, что она будет переключаться периодически, эти цвета. Дико крутая штука. Зонт классный, и вот как раз он довольно большой. Когда мы идем куда-то с девушкой гулять, я вот его всегда с собой беру, ну, потому что нужно, чтобы был большой зонт. Вот. А с собой я вожу еще маленький зонтик с ручкой, потому что его очень удобно класть в рюкзак, и там в самолет, или еще куда-нибудь, короче. И я вот купился недавно зонт от Samsonite. Вот, очень мне понравился, классный. Такие дела, пацаны. В общем, мы движемся потихонечку в сторону, в общем-то, начала самого подкаста, и у нас для вас, с одной стороны, классная новость, с другой стороны, не очень. Первая новость хорошая. Next Gen уже почти тут. Уже почти тут, уже так, знаешь, показал издалека ушки, да. Да, вот уже прям совсем чуть-чуть, и можно будет его вот взять в руку, этот самый Next Gen, а именно сходить в магазин и взять заветный диск с игрой, например, для PlayStation 5. Но не удивляйтесь, если эта игра внезапно... Там отличный стикер, тебе очень понравится. Тест, наверное, там 200 рублей, наблевал на подуху. Наблевал же, да. Да, у тебя получилось это сделать. Блин, как он так сделал, я не понимаю. Там, когда ставишь стикеры, что ли, можно прям подобрать четко. Да, ты выбираешь прям вот на... Куда поставить стикер. Точно. Блин, круто. Наблевал на подуху. Да, если там кот лежал, ну вы что... Пацаны, в общем, Next Gen настолько близко, что его можно буквально уже взять в руку, как диск для PlayStation 5. И не удивляйтесь, если где-то диск... ты видел нет. Диски для PlayStation 5, интересно, а? Вот скоро, вот уже, вот Димка, ну совсем скоро уже, буквально вот несколько месяцев осталось, и ты сможешь это сделать. Не удивляйтесь, если этот диск для PlayStation 5 внезапно будет стоить не 4000 рублей, не 4500, а 5 или 5500. Ну вот. Или давайте будем округлять для российских условий 6,5. Как вам такая идея? Короче, почему мы обо всем об этом говорим? Дело в том, что компания 2K, как вы знаете, которая очень любит выпускать GTA, которая очень любит выпускать различные классные игры, например, NBA 2K. Например, GTA. Например, GTA. Например, GTA и еще GTA. Вот. Я удивлен, что даже NBA 2K отличная игра. Частью GTA. Я считаю, что на каждой платформе должна быть GTA. То есть вот непонятно, почему они на Switch до сих пор не сделали. Ну, странная же история. Потому что можно было бы выпустить версию, которая была, по сути, для Xbox 360, потому что любую игру с Xbox 360 Switch тянет. Любую. Вот. Поэтому, в принципе, можно было бы, если было бы желание. Я думаю, проблема в другом. Я думаю, проблема в том, что онлайн нинтендовский, вот этот вот платный, настолько мало народу им пользуется, что GTA онлайн не окупится совершенно точно, а это основная дойная корова на этой истории. Это правда. Пишут. Ну, в общем-то, ее покупают GTA 5 ради GTA онлайна. Но ведь 75 евро — это 6 тысяч рублей. Да! Но ты забываешь про конец года. Мы просто напоминаем, что в России есть еще налог. Понимаете, как бы, и, соответственно, 75 евро плюс 20%, вот столько в рублях она и будет стоить. Вот, я просто все это к чему говорю, что компания 2K тут взяла и выдала. Сказали, что, вы знаете, я, кстати, понимаю, что NBA 2K это такая, та самая игра, которая может совершенно нормальным, например, на свече стоить 8 тысяч рублей, как бы в каком-то суперкрутом эдишене, а в обычном эдишене, например, пятерку. Вот. Ты спрашиваешь, почему? Да потому... Просто вот потому что можем. И они решили сделать следующим образом. Они сказали, что, вы знаете, было бы круто на самом деле продавать игру для PlayStation 5 за $70. А для PlayStation 4 за $60.
Одна и та же игра. Да. А если вы хотите купить диск, который будет запускаться и там, угу, так тоже можно. Подожди, а разве там не будет обратной совместимости между дисками из PlayStation 4? То есть, или имеется в виду, что патча на PlayStation 5 как бы не будет, но если ты заплатишь, то надо, так получается. Да, это понимаешь, вот Microsoft пока педалирует вот эту историю со Smart Delivery на Xbox Series X, да, при том, что они сказали так, что типа, да, все игры, да, везде, все игры, где разработчики захотят это делать, да. Тьюджин занес нам 2036 рублей, вы держитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. Спасибо тебе, братан. Спасибо тебе, Тьюджин, спасибо. Короче, $100 хочет сделать компания 2K, диск, который будет запускаться и там, и там. А, если честно, конечно, степень охуения 2K, мне кажется, уже немножко превышает некоторые там, знаете, пределы моральные. И, как мне кажется, конечно, игра для NextGen'а может потенциально действительно стоить дороже, потому что, ну, там, продакшн-косты для того, чтобы сделать более крутые модели, более крутые анимации, там, лучше текстурки, там, и вот это все, конечно, наверное, это можно теоретически этим оправдать. Но мы-то все знаем, что на самом деле игры разрабатываются немножко по-другому, и что если ваша версия для PlayStation 4 отличается от версии для PlayStation 5, ну, максимум, что там, разрешением, фреймрейтом, текстурки получше, потому что у вас одна и та же игра на двух платформах, да, на одном и том же, блядь, диске, то, ну, как бы мы понимаем все, что этот диск не должен стоить $100, на самом деле. Ну, как бы это хуйня полная. Не, ну, либо это должна быть версия, которая добавляет еще какие-нибудь плюшки, там, условно, я не знаю, там, типа, Season Pass, или там какие-нибудь там... Я не знаю, что там в NBA вообще такие продают. Неужели там продают... Черных афроамериканцев и китайцев. Боже мой, какой ужас. То есть это... Можно ли это назвать цифровым рабством? Можно сказать, что это все-таки цифровой контракт на виртуального игрока. Да, и ты такой, типа, как этот, почувствовал себя владельцем клуба какого-нибудь, знаешь, там, типа... Знаешь, такой контракт, который игрок не может разорвать. Это такой, значит, современный вид цифрового рабства. Вот, но в любом случае, конечно, это немножко пугает, с одной стороны, с другой стороны, другие компании часто заявляют о том, что у нас вообще версия будет, типа, игры и там работать спокойно, и просто бесплатно апгрейд будет, вот это все. И, например, CD Projekt Red, они же сказали, что, типа, их игра Cyberpunk 2077 будет работать и на PS4, и на PS5. Одна и та же игра будет работать. При этом патч, который будет конкретно улучшать игру для PlayStation 5, выйдет чуть-чуть попозже. Ну, в 2077 году. Вот. И поэтому, в принципе, как бы есть надежда, что все-таки такие вот, как 2K, не все такие люди. Вот. И что все-таки это, ну, как бы, так скажем, единичные случаи отдельного вида пидорства такого, знаете, как бы. Я очень надеюсь, что все-таки, конечно, так будут не все компании делать. Но прецедент плохой, некрасивый. Я очень надеюсь, что все-таки они на это не пойдут под давлением, ну, как бы, общественного резонанса тут... какого-то, который может подняться. Нас в чате спрашивают, а при чем здесь GTA? Ее же Take-Two выпускают. Так вот, специально для вас такой небольшой ликбез. Take-Two — это холдинг, куда входят в том числе Rockstar и 2K. Ну, как бы, да, поэтому имейте в виду. Короче, пацаны, в общем... Слушай, а ты не думаешь, что игры на Next Gen вообще будут стоить дороже? Ну, то есть, понятно, что это первая ласточка, понятно, что это первая, как сказать... Проба пера, ну то есть и понятно, что все студии сейчас пытаются экспериментировать с тем, какая может быть цена на Next Gen. Почему понимаешь, бы не поэкспериментировать? Есть проблема. Эта какая? Проблема заключается в двух вещах одновременно. Угу. Первая вещь заключается в том, что $60 2003-2005 года, когда условно стоила игра какая-нибудь для Xbox 360, например, когда он только вышел, да, какой-нибудь Gears of War 1, там, игра, вот это все $60, да. И $60 2020 года — это немножко разные деньги, у которых разная покупательная способность. Потому что, как ты помнишь, есть инфляция. Ну что, такая большая инфляция была за сколько? За 10 лет? Довольно большая, за 15 лет. Вот. На самом деле она была реально довольно большой. И самое главное другое, что продакшн-косты
Gears of War 1 и условного Horizon Zero Dawn, там, ну, Horizon, я забыл, как он называется, второй, да, условно, продакшн-косты этих игр несопоставимые. Ну, то есть, как бы, я уверен, что Horizon, условно, там, второй стоит 5 раз дороже, чем, там, Gears of War 1 какой-нибудь. Ну, да? Ну. А новый Call of Duty, который выйдет сейчас, да, стоит, там, тоже в 5 раз дороже, чем Call of Duty 2005 года, понимаешь, или 2006 года. И, естественно, именно поэтому они же уповают на все эти, там, игросервисы, DLC, косметику, лутбоксы и прочее, потому что им же нужно отбивать все эти затраты, вот. И в данном случае, конечно, непонятно, как бы, ну, вот, как быть с этим ценообразованием. Потому что народ-то привык покупать за 60 баксов. Но проблема в том, что 60 баксов уже не те 60 баксов. Это уже, ну, понимаешь, привык. Поменьше. Что значит привык? Всегда покупатель голосует, что называется, рублем, да? То есть вот если выходит какая-то игра, за которую ты готов заплатить такую цену... Zelda Breath of the Wild. Первый раз за 70 евро. Ну, типа, продолжение Zelda 70 евро. Ты готов? Я уверен, что многие готовы. Бля, ну, чувак, ты понимаешь, что тогда в свое время, если ты помнишь, был Врен, как раз пиарщиком, когда выходила Зельда у Nintendo, ну. Но он это просто абсолютно откровенно ходил и везде налево-направо говорил, что Nintendo открыла новую ценовую категорию для, типа, очень крутых игр, которая стоит теперь не 60 там, долларов, евро, а 70. Ну. Да, Nintendo открыла вот новую категорию. Но все остальные компании, как ты видишь, ну, не хотят идти, потому что то, что позволено Nintendo... Я же говорю, что это зависит от игры. Ну, то есть, условно, если люди готовы... То, что позволено Nintendo, не позволено никому. А что, ты решил, что люди, которые покупают NBA каждый раз, каждый год, это же такая же история, как с FIFA. Люди покупают, блядь, одну игру в год. Почему она не может стоить 100 баксов? Ты понимаешь, что по этой же причине в свое время сделали все вот эти эдишены, типа Deluxe Edition и прочее, да, все говно. Потому что они же тебе туда дают то... что на самом деле, ну, разработчику вообще нихуя не стоит. То есть им, они тебе дают, как бы, хуйню, которая им ничего не стоит, а ты за нее платишь там на 1000, на 2, на 3000 рублей, да, больше. Ну, только я когда говорю про цифровые издания, естественно, конечно. Когда тебе дают всякую хуйню в довесок, типа там фигурку какую-нибудь или что-нибудь в этом роде, естественно, это, конечно, что-то стоит. Но когда тебе цифровое издание стоит там не 4000, а 6, то разработчику нихуя не стоит. Мы вырезали эти ассеты специально для вас, да? Ну, мы положим их за отдельные деньги. Именно, конечно. Да, ну, то есть, и здесь в итоге вопрос в том, что именно от этого все и растет. То есть, грубо говоря, условно, у какой-нибудь крутой сингловой игры хорошо, ее стоимость на самом деле составляет там 6 тысяч рублей, а не 4. Понимаешь? Представь себе, что выходят, там, допустим, игры на PlayStation 5, и все они стоят там, ну, твои привычные 60 евро. Да, вот как ты хотел, так и стоят. Вот, вот. Твои привычные деньги, да? 4400 рублей. Типа того, да. Вот. Ну, то есть ты, для тебя это как бы, ну, все нормально. И вдруг выходит какая-нибудь игра долгожданная, которую ты очень сильно ждешь. Я не знаю, God of War 2, там, или я там утрирую, там, Horizon, да, новый, или еще что-то. Ну, то есть Halo Infinite и прочее. И она стоит 70. Ну, то есть для тебя разница в 10 евро, это, блядь, так много? Если ты хочешь купить игру. Если у тебя, блядь, прям горит жопа, что... хочется. Нет, нет. Ты понимаешь, что, грубо говоря, возникает ситуация, в которой у тебя приходит один разработчик, и тебе поставят такую цену, потом все остальные, и в итоге, если ты хочешь покупать Day One игры, то они все начинают автоматом стоить там на, условно, там, на 15-20% больше. Значит, твой спендинг, ну, то день, количество денег, которое ты тратишь на новые игры, именно новые игры, автоматически увеличивается на 15-20%. И, соответственно, люди, конечно, такие, бля. С другой стороны, напоминаю вам, что, по-моему, в PlayStation, в Xbox Live и в Steam распродажи уже не прекращаются. То есть, если раньше они были, помните, когда, типа, там, летние распродажи, все такие, да-да-да-да-да, угу, давай. Или два раза в год. Там, типа, Черная пятница, летние тоже, да-да-да-да, там, типа, новогодние, да. А теперь просто распродажа одна перетекает в другую. Я в разных сервисах, это правда, да. Угу. Я недавно посмотрел, например, я очень захотел поиграть в вот этот Plague Innocence Tale игру, а они за нее же дерут денег дохуя, она там 4000 рублей стоит. Угу. И я такой думаю, так, когда был скидон, я такой заглядываю на PS Prices, и у нее скидон просто вот так вот каждый постоянно, месяц, да, просто, да. Постоянно, просто и все следишь, больше, больше, да, больше. Угу. Я понимаю, что она реально, она неделю назад, две недели назад, она стоила 900 рублей. И я прям проебал этот момент, и я прям вижу, видя вот эту кривую, я думаю, так, подожду еще недели три. Короче, поставить напоминалку, стоит. Да, такой, хоп. Да, то есть, и мне кажется, уже все привыкли к этому, и в итоге игры реально по фулл прайсу,
То есть, когда прям, блять, вот там 4400 покупают, конечно, только вот эти суперкрутые проекты, которые люди очень хотят поиграть первый день. Там Death Stranding, The Last of Us, там 2, всякие, там вот Ghost of Tsushima будет такой, как бы, знаешь, вот там Call of Duty, там Red Dead Redemption 2, вот прям, блять, первые же там несколько дней, там 2-3-4 миллиона человек там пошли купили эту игру. Ну, то же самое будет там с Battlefield'ом с каким-нибудь. Знаешь, наверное, что меня пугает в этой истории? Смотри, вот, допустим, представим себе такого гипотетического Васю, да, который там покупает мало игр, скажем так. И вот он раньше покупал игру там условно за 60 евро, и у него оставалось там... Ну, предположим, что у него там, допустим, 100 баксов на все про все в месяц, там, условно, или там в 2 месяца. Ну, вот он покупал себе игру за 60 евро, и остаток тратил на какие-то игры поменьше. Вот если цена на AAA-игры вырастет до 70, это автоматически скажет нам о том, что все вот эти индии и вся вот эта история, которую он покупал просто потому, что ему хотелось... На сдачу. На сдачу, да. А он теперь покупать не будет. Вот это меня пугает. Именно конкретно для разработчиков это очень плохо. Потому что это такой достаточно сложный прецедент. То есть, с одной стороны, это вроде как хорошо для AAA, да, ты получаешь, как бы отбиваешь свои косты и можешь делать там что-то получше, графику и прочее, и так далее. Но тебе же будет тяжело как бы покупать, но... выживать в таких условиях, если ты инди. Это правда, но я могу сказать, что при этом, опять же, вот этот вообще паттерн того, как люди тратят деньги, он очень сильно поменялся за последние несколько лет, потому что даже я, человек, который раньше покупал много игр за год, Day One, прям вот самый первый день, то есть таких игр было штук 6-10 за год. Сейчас это 1-2. То есть мне не хочется больше покупать. Вот последняя игра, которую купил, Red Dead Redemption была. Вторая. Плохая, вот плохой пример твой, потому что у тебя нет времени играть, нет желания. Если бы было бы желание, ты бы, и, допустим, было бы достаточно времени, ты бы спокойно покупал сколько угодно игр. Вопрос не в этом. Вопрос просто в том, что вот давайте мы будем говорить откровенно. Next Gen дорогой. И он, скорее всего, будет дорогим. То есть я практически уверен, что сейчас все посмотрят на то, ага, значит, можно продавать по 70. Давайте мы тоже будем продавать по 70. Я практически вижу, что сейчас все перейдут на эту историю. Я думаю, что будет не так. Я думаю, что окей, будет по 70, но просто народу, который покупает первый день, будет намного меньше. И все будут ждать больше скидона. И будет Sony та же самая, например, как и там Microsoft и прочее. Все будут очень быстро скидывать цену, как это происходит даже последний год. Ты видел, то есть ты хочешь сказать, что через 2 недели 20% скидка? Ну, не 2 недели, но там, знаешь, типа через месяц огромное количество уже сейчас АА-проектов через месяц сбрасывает там, условно, там 10-20-30%. Я до сих пор жалею, что я Doom Eternal по фулл прайсу купил в день продажи. Я вообще не понимаю, зачем ты это сделал. Ну, хотелось. Я думал, он будет классно, а он оказался хуже, чем первая часть. Я уже говорил об этом подкасте. Но прошло 2 месяца, и вот он по скидону, и я такой... Ну, дождаться стимулов к распродаже в следующий раз, да. Но самое главное, что я как бы вам говорю прям вот на то, что стоит обратить внимание, это то, что, конечно, вот эти все лайф-механики, когда в играх будут всовывать мультиплееры совершенно ненужные, косметику и прочие вот эти всякие монетизационные схемы, эта история будет происходить часто и все чаще. Даже те игры, которые, как бы, там, это, казалось бы, не пришли как кобыле хвост, они все равно это будут делать. Но самое главное другое, что, опять же, как бы, просто, ну, действительно будут игры дешеветь довольно быстро. Потому что есть, помнишь, раньше были игры, которые не дешевели, там, год. Call of Duty раньше. И сейчас такие игры есть на Свиче. Ну, я тебе могу сказать, что смотри, например, Call of Duty раньше Зельда? Давно. Я не смотрел, кстати. Я тебе могу сказать, что реально по 10 месяцев у некоторых Call of Duty цены просто не падали, просто не падали. Пока условно не анонсируют новую Call of Duty там летом, на, вот на там, допустим, на сентябрь, там, октябрь, ноябрь, да, и вот летом появляется скидка на Call of Duty. Так было в районе там Modern Warfare 2, 3, там Black Ops. Не падали. А сейчас скидон может на Call of Duty легко прилететь, типа там через 2-3 месяца. Вообще легко. Ну, небольшой, но может. Или большой, но там типа через 10 месяцев. Вот, легко. Поэтому, или вообще на халяву раздать PlayStation Plus. Это вообще нонсенс. Никогда такого не было, типа, чтобы на халяву раздавали PlayStation Plus. Окей, даже старый Call of Duty, там, типа, World War 2, да, но все равно. Его на Modern Warfare была скидка, интересно? На Modern Warfare, по-моему, да, по-моему, все-таки была.
Ты... Можно зайти, подожди, на прайсе посмотреть, на самом деле. А, она не показывает ее в русском сторе. А, точно, она же в русском сторе не продается. У меня для этого специальный американский аккаунт, где специально... Тебя погоди, я посмотрю, где тут американский аккаунт, господи. А вот USA. Так. Ну-ка. Modern Warfare. Поехали. Тю! Ну, что-то... Ну, она не сильно падала. То есть, смотри, цена была 30, 39 баксов. 38 баксов минимальная. Ну, это 20 или 30%? 30% получается. Ну да, но это, блин, не 70%, знаешь, там и не... Ну, бля, меньше. Чувак, ну, игра-то востребованная. Mm-hmm. Она не прошло еще года. Но все равно 30% скидон вот тебе легко могут как бы дать. При том, что, заметь, еще не анонсировали новую игру. Uh-huh. Про нее уже куча всего известно. Я слышал историю того, что там в... На намеки на Black Ops новый, якобы. Вы именно не в Modern Warfare. Уже стопудово. Uh-huh. Уже все знают, что будет новый Black Ops, что он будет uh-huh. про Первую мировую войну. Ой, в смысле, про типа эту холодную войну. Про холодную войну. Типа Вьетнам, вот это все, Афган и так далее. Соответственно, это там 70-80-е годы. Потом, соответственно, там уже, типа, естественно, будет и компания, и кооп, и зомби, и мультиплеер. Мультиплеер будет 10 карт. Карты уже практически все готовы. Соответственно, карты будут меньше. Огромное количество механик после Modern Warfare и прошлой игры откатили обратно. Например, mm-hmm. спринт теперь будет бесконечный опять. Мини-карту вернули. Ну, то есть они, короче, поэкспериментировали, поняли, что не зашло, и решили, типа, все откатить обратно. Тем временем, Астрах, за 500 рублей. Вечер добрый, мужчина. Отличная запись выпуска. Спасибо тебе, братан. Фасах, 238 спасибо. Рублей. Завтра еду на выходные в австрийские Альпы купаться в горном озере. Вы там держитесь в ваших москвабадах. Блин, прям завидую тебе, братан. Блин, чуваки, у нас спасибо до 1 августа до сих пор не разрешают официально вылетать. Вылетать, да. Так что можно поехать на этой, на мототелеге. Тукей занесла нам 80 рублей. У нас головное предприятие 3K. ККК. Еще вопросы есть? И бонус скоро занесла 100 рублей, поэтому геймпасс и прочие подписки будут рулить. Тимур Плагтейл тоже есть в геймпассе. Так что вот, зря ты не купил себе геймпасс на свой Xbox. А у меня прямо сейчас активен. Ну вот, пойди и поиграй. Xbox Ultimate подписка. Поиграй в геймпассе, она в геймпассе, видимо, есть. Ты понимаешь, что у меня же вот этот сратенький Xbox One первый ревизий самый. Ну и что? Ты понимаешь же, что... У тебя был там... шанс купить себе классный Xbox One X с киберпанком. Ты что сказал? Нахуй она тебе нужна? Да, ну ради одной игры, теперь ну того... страдай! Я могу сказать, что, к сожалению, у меня настолько мало времени, что единственная игра, в которую я сейчас могу играть, это Ghost of Tsushima. Вот, и как бы, ну, вот все свободное время, которое мне выдается на игры, я играю только в нее. Вот. И... А ты про нее можешь говорить в подкасте? Ты уверен это? Про это? Нет, я могу только говорить, что она у меня есть. А, еще ты в нее играешь. Я понял, хорошо. На этом мы и закончим. Слушайте, тут произошла очень интересная новость, которая произошла настолько неожиданно, и это произошло так неожиданно, что я сначала вообще подумал, что это фейк. Вот серьезно. История следующая. Bethesda пришла к создателям сериала «Мир Дикого Запада» и сказала: сделайте нам сериал... Ты уверен, что «Мир Дикого Запада»? Westworld. «Мир Дикого Запада» по-русски. Ты уверен? Потому да, что... Да. Я имею в виду, что это Amazon, это же не HBO. Сейчас объясню. Okay. Короче, пришла к создателям этого сериала и сказала: сделайте нам сериал по игре Fallout. Чтоб ты понимал, Amazon Studios... это компания, которая владеет, скажем так, у нее есть контракт с несколькими киностудиями. Несколькими. Которые, соответственно, снимают что-то. Да. Соответственно, эти киностудии снимают, а кто будет шоураннером уже, как бы, ну, то есть может быть абсолютно любой человек. Так вот, Amazon Studios предложил это сделать Джонатану Нолану и Лизе Джой, а это шоураннеры как раз «Мира Дикого Запада». Куя. Вот. Ну, тут как бы есть два момента. Первое. Они согласились или нет? Или это еще не уже делали? Подписали контракт. Уже все будут делать. Хуя, подожди, ты хочешь сказать, что реально Джонатан Нолан будет снимать Fallout? Нет, снимать будет непонятно кто, но он будет шоураннером. То есть они будут продюсерами. Ну, типа, Джонатан Нолан и Лиза Джой. Генеральную линию. Да. Чего они там наделают, я не знаю. И, честно сказать, у меня есть некие
сомнения в том, что получится хорошо, но есть, как бы, объясню, почему у меня сомнения. Во-первых, та студия, которой Amazon все это отдал делать, она не сняла ничего, скажем так, прям максимально выдающегося. То есть это хорошая киностудия, и она может снять хорошо. Как она, но... там, Киллиан или что-то такое? Там как-то так. Я не помню, но я просто посмотрел на Википедии, что они наснимали, я не узнал ни один сериал и ни один тайтл, я ни один даже не слышал. Не то, что не смотрел, даже, блядь, не слышал про них. То есть, возможно, это будет такая, знаешь, вот прям... Килтер Филмс. На отъебись сделанная история. Вот. Второй момент. Непонятно, какую роль будут играть Джонатан Нолан и Лиза Джой. Кто будет сценаристом? Когда все это выйдет? То есть, все это пока неизвестно. То есть, это может быть, знаете, из разряда таких громких заголовков, которые... Блядь, там фильм по Uncharted выходит через... Когда-нибудь. Прошло 10 лет. Или сколько он там уже в препродакшене, блядь. Там нового актера на Uncharted... И он не выходит, и не выходит, и не выходит. Вот, возможно, здесь то же самое. То есть я практически... Димка, короче, я вынужден тебя прервать, чтобы сказать, что Kilter Films на самом деле это довольно крутая студия, потому что она, по сути, занималась конкретно именно вот съемками двух основных сериалов. Она снимала Westworld и Person of Interest. А Person of Interest это довольно... Да, почти все сезоны Person of Interest были сняты Kilter Films. Подожди, ты где-то такой, блядь, нашел? Я только что смотрел про эту студию. Я на IMDb там... смотрю это прямо сейчас. А я смотрел на Википедии. Там, ну, прям поэпизодно, типа, что они снимали, каждый конкретный эпизод. Все, в основном они снимали Westworld и Person of Interest. Это типа... Все упирается в то, какой будет, блядь, сценарий и кто будет режиссером. Вот серьезно. Но, ну, ты знаешь, хорошая новость. Случае... Знаешь, какая хорошая новость в этой истории? Хорошая новость. Это будет первая игра Fallout, которая будет идти больше, чем в 20 FPS. Это шутка, я честно спиздил. Это вот не игра, а первый Fallout вообще. Больше 20 FPS. Это шутка, я честно спиздил из твиттера Жугиекса. Мне она очень понравилась. Но вообще это, конечно, очень круто, потому что я могу сказать, что сеттинг Fallout'а, он настолько классный, что ты можешь там придумать любую хуйню. Это в свое время показали, например, даже в том же самом Fallout'е там 3, Fallout'е 4 и так далее. Например, а давайте пойдемте в Волт, и вот в этом Волте экспериментировали с гипнозом с помощью виртуальной реальности. И ты такой, типа... Получается, опять Westworld. Ты знаешь, если Westworld переименовать в Fallout и просто переснять немножко начало, чтобы показать, что это не тематический парк про роботов, а как бы некий Волт, внутри которого ты ходишь, да, и там, блядь, тематический парк про роботов. То почему бы и нет? Да. Вот я просто к тому, что сеттинг располагает к тому, что типа даже сами Bethesda, как бы, они же прорабатывали огромное количество концепций, что типа, а вот в этом Волте было вот это, а вот в этом Волте вот то, а вот здесь город, вот в этом городе какая-то типа основа вот такая, а вот этот город там на неразорвавшейся ядерной бомбе живет, понимаешь? А тут вот, типа, город, который существует, типа, под землей, и там живут, типа, люди, которые супер высокотехнологичные. И вот они, типа, телепортируются там туда-сюда, везде. Ты такой, что? И вот реально, как бы, вот сеттинг такой, что можно придумать любую хуйню. Тут еще такой момент, то, что представляешь себе, как, я знаю кучу вариантов, как сделать пиздато. Ну, то есть, давай представим, как будет куча вариантов сделать плохо. То есть, представь себе... Все такие, сериал по Фоллауту, да, круто! Сценарист от Говарда такие, да, круто! Сериал про Престона Харви, все такие, что? В каждой серии новое поселение нуждается в твоей помощи, понимаешь? Каждый ёбаный раз. Они реально могут сделать историю, например, такую, знаешь, что, типа... например, вот брать всю историю про Fallout 2, а-ля, да, там, типа, да. Вот, древнее там племя, вот это все, и тут чуваку говорят, что, типа, бля, братан, так получается, что тебе нужно, типа, отправляться там, вот, ты увидел видение какое-то туда-сюда, надо тебя отправиться куда-то на запад или там на восток. И вот весь этот road movie, как ты идешь, разные города, к тебе присоединяются люди, и вы там, типа, Waterchip, или там еще что-нибудь, или гек найти, чтобы еще что-то сделать, а там, блин,
такая-то фракция, такая фракция. Тут на вертолеты какие-то чуваки прилетают. А тут, блядь, Десклоу, а тут двухголовые, блядь, коровы. И все. Я уверен, что люди, которые вообще срать ебали, что такое Fallout, они будут смотреть просто в кадр и такой, что, сука, нахуй вообще происходит вообще в кадре. Понимаешь? То есть, ну, как бы все будет укладываться в концепт. А потом ты туда еще засовываешь The Institute, потом ты туда еще засовываешь какую-нибудь там, типа, лигу каких-нибудь чуваков, потом каких-нибудь там разумных гулей, потом каких-нибудь разумных браминов, и это, представляешь, что ну, у людей просто крыша поедет. Знаешь, что плохо? Знаешь, что плохо? Что плохо? На этот Fallout не получится накатить моды. Ну ладно. Слушайте, а знаете, что я подумал? Я вот когда эту новость услышал, там, по-моему, на Variety или на Голливуд Репортере, я не помню, где это прочитал, был целый список того, какие сейчас фильмы и, ну, вообще, в принципе, сериалы, да, планируются по видеоиграм. И я так в Твиттере набросал небольшой списочек, смотри, как интересно. У HBO, есть сериал по The Last of Us. Вот они его сейчас его делают вместе с Дракманом. У Showtime есть сериал по Halo, который они пилят уже хуй знает сколько. Он должен был выйти в этом году, по-моему. Но из-за ковида все отложили на следующий год. У Amazon Prime сериал по Fallout. Есть киноадаптация Borderlands от Элая Рота. Есть фильм... По Сонику, ну который сиквел, понятно, да, Соник в кино, окей. А, недавно была история про экранизацию My Friend Pedro, помнишь, да, эту историю? Адаптация Диска Элизиума. Resident Evil якобы сериал делает Netflix. Ну то есть понятно, что Resident Evil до этого экранизировали, но именно они хотят быть ближе к игре. Сериал по Brothers in Arms в препродакшене. Адаптация вампира. Кстати, про нее вообще ничего не понятно. То есть, блядь. Что там можно сделать? I don't know. Нормально там. Monster Hunter с Милой Йовович мы уже трейлеры видели, когда он выйдет, хуй пойми. Что еще? Его должны доснять, потому что там типа... Причем до съемки, по-моему, уже даже начались. Они должны были в июле начать. В этом году должен был выйти фильм по Rainbow Six. Приквел к событиям Rainbow Six'а. Но он, по-моему, основан все-таки не на играх, а на книгах Тома Клэнси. Но все равно. То есть, как бы, да, окей, Радуга 6, если там, типа, что-то похоже на видеоигры, то, возможно, там что-то будет. Что еще? Metal Gear от создателя Фонг Остров Черепа. Он постоянно в Твиттере выкладывает раскадровки и что-то пытается там делать. Непонятно, я такой, что он такой в очень активной фазе препродакшена. Да. Когда там типа кучу всего собирают, концепты, вот это все-все-все. Короче, а потом, когда все это будет готово, они такие, ну, начинай ебаш. И там, ну, знаешь, у тебя съемочные дни, все распланировано, все четко сделано, и прям вот как по нотам пошли вперед. Но это еще случится, я так понимаю, что съемки, они, ну... Я тут на Business Insider нашел пост от февраля этого года, где они пытались эти видеоигровые фильмы собрать. И, ну, Monster Hunter я уже называл. Uncharted. Ты помнишь Uncharted? Вот я шучу о том, что он никак не выйдет, но там же Том Холланд типа как бы подписан на всю на эту историю. Может, там, мы все-таки там, доживем до его момента. Димка, там было сначала некоторые перетрубации, потом все утрясли, и сейчас в итоге у Uncharted дела заебись на самом деле. И там, типа, подписали кучу крутых актеров, продюсеров, режиссеров и так далее. Поэтому как раз у Uncharted вот сейчас дела идут хорошо. Надо его только, чтобы он начали съемки. Окей, хорошо. Майнкрафт. Мультик по Minecraft The Movie. Выходит вроде как в 2022. То есть еще до него до хера времени. Вполне его могут слепить неплохо. Его можно сделать из дома. Его можно слепить в Майнкрафте. С модами. Знаешь, там, кстати, с шейдерами просто берешь. Фильм по Call of Duty. Причем он под патронажем Стефана Салима. Это режиссер Сикарио и второй части Сикарио. Ты смотрел Сикарио? Кстати, знаешь, я могу сказать, что вообще Сикарио и первый, и второй... Это же реально, ну, такой почти Call of Duty. Помнишь, в первой части был кадр... Помнишь, был кадр, когда, типа, ночью идут по пустыне, и в тепловизоре, типа, кадры, как они идут, такие, типа, по пустыне. Ну, это же реально вот прям Call of Duty момент. Такой, да, настоящий. А еще момент был очень клевый на автостраде. Это тоже какой-то из Call of Duty, тоже очень похож. Ну, Том Клэнси я говорил. Division. Помнишь Division? Джилленхол был подписан одно время на этот проект. Не очень понятно вообще, в каком-то состоянии все, но вот оно как бы
и нету сообщения о том, что это все отменено, понимаешь? Я помню, что года 3 назад мы писали за Завтракаст и тоже описывали, какие фильмы сейчас в ближайшее время снимут по играм. Sleeping Dogs. Помнишь Sleeping Dogs? Короче, Донни Йен, это который Ипмана играл, он в своем инстаграме еще в феврале выложил картинку, где он там типа в образе такого китайца-гангстера, якобы будет фильм по Sleeping Dogs. Якобы, где он играет главную роль. Непонятно, это правда или нет, то есть черт его знает. Devil May Cry на Netflix. Devil May Cry ты ждешь? Анимированная 2D. От создателей Кастельвании, вот мультик, сериал. Что они могут? Они могут сказать, знаешь, посредственную легко такую штуку, могут. Как бы могут спокойно сделать. Сквер работает над сериалом по Final Fantasy 14 по онлайну. Пожалуйста. Ну, Хейла мы говорили, мультик по Мегамену и мультик по Марио. Вот тебе, пожалуйста, все, что там перечислено в этой статье. Поэтому ты смотришь на все эти истории и думаешь о том, что вот Fallout это замечательно и все прекрасно, но мне кажется, что в какой-то момент сериалы и фильмы по играм нас просто нахуй заебут. Вот как сейчас заебали сериаль, комиксные истории, вот так они заебут нас по играм. Димка, ты знаешь, я вынужден немножко не согласиться, потому что, с одной стороны, вот то, что ты говоришь, знаешь, о том, что типа вот они анонсируют кучу всего, ничего не доделывают, и как бы там вообще непонятно, выйдет, не выйдет, и так далее. Ты помнишь, что так же мы все думали о том, когда анонсировали, что сделают сериал по Ведьмаку? И такие, ну, типа, говорили, что будет сериал по Ведьмаку, и все такие, это хуйня какая-то. И такие все говорят, там Генри Кавилл сыграет, да, блядь, ну это точно, типа, через миллион лет выйдет. А да. Потом хуяк, так, знаешь, выходят сливы, что, типа, будет, ой, там хуевая броня, ой, там хуевое то, ой, актеры не то, вот это то не то. А в итоге выходит нормально. Ну, то есть там, окей, там есть свои претензии, много не претензий. Не супер-пупер, мне не особо понравилось. Да. Но... Но в целом он выходит нормальным. Я могу сказать, что мне понравилось. Я, блядь, как сел, я сука, пока не досмотрел вот прям разом все серии, просто... я вообще не отлип. Я просто к тому, я что... Я к тому, что... Нет, подожди, да. Я просто пытаюсь вот что тебе объяснить, что от момента, когда анонсировали, что будет сериал по Ведьмаку, и что туда подписали типа Генри Кавилла, вот отношение было к этому, что типа, ну, как обычно, вообще нихуя не сниму. До момента, как он вышел, и это заебало всех песни, и как, в общем-то, он стал реально очень популярным. На Кинопабе он до сих пор в топе, в топ-3, типа, сериал, понимаешь? А, то есть его реально до хрена народа смотрят в России. И вот у нас, как бы, есть крутой сериал по игре, который, ну, это действительно первая, наверное, такая киносериальная история по игре, которая действительно крутая. Ну, для вот ожидания были вообще минимальные, а в итоге реальность получилась намного лучше, чем ожидание. Ну, ты же понимаешь, что он не по игре снят? Да, я понимаю. Но он снят по книгам. Я понимаю, но как бы первоисточником были книги, но снимать его решили из-за популярности книг, потому что... Из-за популярности видеоигры. Из-за игр. Я тебе про это и пытаюсь объяснить свою мысль, что игры сейчас с огромной фан-базой, с огромным количеством людей, которые следят за франшизами, да, это новые комиксы. Ну, то есть, вот никто не знал, что там, условно, начиная в 2000-х, когда ты начинал снимать фильмы по комиксам, ты не знал, взлетит это или не взлетит. Ты не знал, в какой стилистике это делать. Ты, тот же самый... как его, блин, звали? Ты же понимаешь, что «Железный человек один» это была первая ласточка, потому что никто не понимал, это взлетит или не взлетит. Роберт Дауни-младший в этот момент его вообще в Голливуде за человека не считали. Нет, его никуда брать не хотели. Не первый «Железный человек», это было гораздо раньше. Во-первых, были «Х-мены». «Х-мены» был просто, пиздец какой феномен. Вот серьезно. Ну, окей, да. Но ты же понимаешь, что типа вот они вышли, вот такие... Но никто не хотел делать из них вселенную. Это был просто фильм, который продолжается, типа... Ну, у которого сиквел, да, и сиквел. Ну, да, я понял. Все. А когда у тебя выходит «Железный человек», это был первый фильм, который, типа, соответственно, там, с Робертом Дауни-младшим, который в этот момент был вообще персона нон-грата практически в Голливуде. И вот ему дают шанс. Вот он выходит. И вот уже в этот момент вся вот эта марвеловская пиздобратья, они уже ходят и говорят, бля, братан, мы должны снять фильмы, которые будут связаны друг с другом. И все говорили, да нахуя? Вы просто можете снять ебучего там Халка, типа, еще одного. Там, типа, нет, мы должны снять что-то, что будет связано. Они уже тогда поняли, что это, типа, будет круто. Да, только про Халка плохой пример, потому что тот фильм про Халка полное говно. Не, про Халка, тот, который был первый, который был самый первый, он был реально говном, но это был фильм вообще, типа, даже, он там же кто снимался, там, этот... Я не помню, я помню, в какой-то из экранизаций играл Нортон.
Эдвард Нортон. Вот, вот это был вот, Эдвард Нортон, да. Это был не первый фильм про Халка. Это был, короче, первый фильм, вот, который вот близко к «Бог железному человеку», первый фильм из, по сути, по идее, марвеловской вот этой всей трилогии, ну, вот этой всей вот как бы вселенной, но его в итоге не включили туда. То есть он как бы формально включен, но на самом деле нет. Понимаешь, как бы. И никто что-то не знал, что так взлетит. Но сейчас, вот со всеми с этими с играми и прочими вещами, все поняли, во-первых, на примере «Ведьмака». «Ведьмак» это же реально, типа, это прям вот продукт, который выходит на рынок, и все такие, все, сука, вот, ну, все, оно работает. Это, наверное, знаешь, как работало? Это босс студии сидит, смотрит, ага, успехи «Ведьмака», блядь, заебись, там, международный успех, прочее. На чем он основан? На видеоигре? Джон, срочно купи мне права на 50 видеоигр, на тебе 100 миллионов долларов, иди покупай, да? Так это происходило? Нет, я думаю, что, скорее всего, это было следующим образом. Обычно, ну, когда хотят экранизировать видеоигры, приходят люди, которые, знаешь, такие, типа... на энтузиазме, а получается фильм Assassin's Creed с Фассбендером. Но с Фассбендером, но фильм Assassin's Creed. Заметь, что к фильму Assassin's Creed Ubisoft имеет непосредственное отношение. Это не фильм какой-то там, знаешь, который режиссер, визионер, типа все переиначил и получилось говно. Уебол. Да, ну типа, это не фильм, который там типа снимался без ведома того, как выглядит игра. Нет, это фильм, который снимался конкретно под патронажем студии. И получилось говно. С чего мы вдруг решили, что сериал по Fallout'у, который снимается под патронажем Bethesda вместе с Тоддом Говардом, блин, смотри, я не думал, получится здесь... говном. Ну, камон. Смотри, обычно такие фильмы отдавали раньше всяким говнорежиссерам, потому что никто не хотел вкладывать большие деньги в то, чтобы снять это с крутым режиссером. И никто не был готов к тому, что получится классно. Потому что, помнишь, получился Warcraft, который вроде как более-менее понравился фанатам, но все остальные такие, хуета. Понимаешь, и как бы всем не понравилось. И в итоге, вот каждый раз получается Assassin's Creed, Warcraft, и все такие, блядь, ну, пиздец, говно. И в итоге, типа, отношение к фильмам по видеоиграм всегда заранее, что это получится ссатая санина. А ты заметил, что они все делают сериалы? И тут у тебя выходит Ведьмак, понимаешь, который все-таки... Так, подождите, то есть можно же снять делать... нормально? Нет, не так. Можно же делать не фильмы за 200 миллионов долларов, а сериал за 40. Возьмем актеров из Канады, малоизвестных. Во-первых, да. Давайте привезем из Новой Зеландии чуваков, которые у Джексона в «Властелине колец» за 3 копейки играли. И все. Ну, вот то же самое по поводу чувака, как его звали, Пол Урбан или как-то, который играл тоже в «Властелине колец». Который сейчас играет в «Бойс». Да, я говорю, вот как бы тоже, вот Карл Урбан, да, его звали, которого он был там и чуть-чуть там в «Властелине колец», и чуть-чуть и в «Марвеле» он был в «Торе», там, короче, был. Ну, хороший актер. Типа, появился. Да, а потом, типа, как бы берут в «The Boys», и это выстреливает, и сразу, у чувака карьера просто полетела. Там, он играл в сериале «Almost Human», и он играл в сериале, в фильме «Дред». Ну, правда, там его лица не было. Он играл там подбородком, но это был выдающийся мужской подбородок, так что он молодец. Да, просто все в итоге к тому, что, типа, понимаешь, вот реально чувак, хорошо взлетел. Но вот «Ведьмак», возвращаясь к «Ведьмаку», это вот, вот такой MVP, знаешь, который такой, типа, вот суперкрутой продукт, который вот так хорошо выстрелил, что все, знаешь, это вот помнишь, как вот это с Uber'ом было, когда Uber взлетел, и типа все такие, нам нужен Uber для, там, открывашек, там, типа, Uber для такси, Uber для доставки еды, там, и так далее, типа, вот это гиг-экономи. И все такие, типа, знаешь, взглянули на «Ведьмака» и такие... По игре-то можно нормально снять, нихуя себе, еще и недорого. Нас пишут, блин, Тимур нахвалит «Ведьмака», но сериал же все равно посредственный. Но ведь наш поинт не в этом. Не в том, что сериал там какой-то классный или плохой. Он не говно. Это просто поинт о том, что сериал успешен. То есть он как бы принес своим создателям неплохие бабки, и его реально смотрят. Вот в чем прикол. И это самое важное в контексте сериала. Я просто заканчивая всю эту тему, как бы хочу сказать, что в Fallout они сделали следующее. Они поставили ставку на очень крутых шоураннеров. И на студию, которая, в общем-то, снимала Westworld, которая, ну, хорошо себя показала в плане компьютерной графики, в плане, там, типа, постановки, там, как актеры делают, там, потом костюмы, там, вот это вот вообще все вместе, понимаете? Студия, которая может снять тебе
невъебенный, блин, там, киберпанк, условно, третий сезон Westworld, а может тебе снять там, допустим, такой полукиберпанк со всякими этими, знаете, подземными ходами, где там, типа, роботы, кони, роботы-люди там и так далее. А может тебе снять Италию во время Второй мировой, а может тебе снять вестерн, и все получится, в общем-то, довольно классно. Mm-hmm. Как бы. И вот когда приходит Bethesda, условно, там, с Амазоном, и явно бабки большие, потому что Bethesda, как вы знаете, ну, бабок дохуя, и вообще любой, на любое шоу Амазона выделяется денег дохуя. Посмотрите только на одну Marvelous Mrs. Maisel. Там просто там в каждой серии только массовка стоит столько дохуя денег, что вы даже не представляете. Короче, вот у них есть бабки, и они могут сделать крутую штуку. И у тебя есть огромная лояльная база франшизы, потому что Fallout все-таки, как ни крути, это пиздец какая популярная серия. Ну и люди будут покупать Amazon Prime, но я напомню, что в Америке практически у всех есть Amazon Prime, так что как бы... Да, почти у каждого домохозяйства хотя бы есть Amazon Prime, да. Все, короче, двигаемся дальше. Да, тем временем, Татарин, за 100 рублей, подскажите какие-нибудь лайфхаки по релокации в Москву. Я не могу тебе ничего подсказать, я в Москве родился, так что я не смогу. Ну. Я могу подсказать. Давай. Тебе в первую очередь нужно найти хорошую работу. Как я ты находишь хорошую работу? Хорошего мужика надо найти. Ну, я, конечно, не осуждаю. Да. Нет, не осуждаю. В 2020-м надо осуждать, если женщина, говоришь. Вот это да. Это короче, в общем, нужно в том, что найдите в первую очередь работу. Потому что если у вас есть работа, и по-хорошему вам нужно что сделать? Вам нужно, типа, вы находите классную работу, потом вы берете в долг денег у ваших друзей там или еще откуда-нибудь, чтобы, по сути, снять квартиру на 2 месяца. Есть еще вариант, если твоя компания оплачивает тебе релокацию, это вообще идеально. Ну, это типа, если ты очень дохуя ценный специалист. Не все люди в регионах дохуя ценные специалисты, которых захотят релокейтнуть в Москву. Особенно если ты программист, нахуя тебе релокейтиваться в Москву? Сиди, блядь, в своем Новосибирске, мы тебе денег будем платить нормально. Uh-huh. Сиди там, не высовывайся. Вот, а как бы если ты реально крутой специалист, как бы, ну, там тебя могут релокировать, конечно, в Москву. Это возможно. Но надо рассчитывать на то, что, типа, если ты не супер крутой специалист, то, скорее всего, тебе будут платить там адекватную зарплату. Ну, то есть, условно, там 70-120 тысяч рублей. И тебе нужно найти квартиру. Квартира будет стоить, типа, самая хуевая 25, а более-менее нормальная 35. И, соответственно, у тебя, условно, там зарплата стартовая 70 тысяч рублей. За квартиру ты платишь 35. Но когда ты его будешь снимать, тебе нужно выложить сразу почти что сотку, потому что нужно выложить за 2 месяца плюс залог. Вот. Ну, то есть почти сотку тебе надо заранее откуда-то высрать и, как бы, соответственно, проработать хотя бы 2 месяца, чтобы покрыть эту самую квартиру. Хотя бы. Вот, как бы, ну, это непросто, но, как бы, это вот валидный путь, по которому можно вполне нормально пойти. Вот. Да. Двигаемся дальше. Нарутообразный каталог пластиковых кукол, за 100 рублей, проболтался другу про свой тайный донатерский ник. Так что, Егорка, если ты это слышишь, yesterday во утате круто. Пацаны, вы классные. Это, видимо, какое-то аниме. Ладно, в любом случае, спасибо тебе большое. Наверняка, я практически верю, что там какое-нибудь отвратительное аниме. Я просто, блин, уверен в этом. Ну, поскольку я не знаю название, мне все равно. Ладно. Слушайте, тут произошла довольно забавная история. Ну, не знаю, насколько ее можно назвать забавной, пока я ищу ссылочку, которую я, конечно же, не открыл. Тимур, заполни эфир. Слушай, я тебе могу сказать, что ты добавил эту самую новость. Я так и не понял, в чем прикол, потому что я про это не читал. Короче, ты хотел явно сказать, ладно, о том, что окей, как с помощью давай технологии умудрились схватить наркоторговцев. Тут интерес... том, что, типа, интересная история. Как это сделали? Европейская полиция накрыла наркоторговцев. Причем накрыла она много народу. Реально много. А история в следующее. Есть такой телефон, который называется EncroChat. Его продавали среди преступников. В принципе, это просто обыкновенный телефон. Идея в следующем. Это андроидовский девайс, на котором есть 2 операционки. Есть обычный Android, а есть, если тебе хочется внезапно пообщаться в шифрованном чате, вторая операционка, в которой ты телефон перезагружаешь и обсуждаешь там свои сделки по продаже наркотиков, оружия, там чего тебе хочется в Даркнете. Соответственно, Европол как это сделал? Они взяли, купили этот телефон, взломали его, нашли, где эти сервера находятся,
подключились к ним и всю нахуй эту шифрованную переписку расшифровали и сидели читали. Естественно, в зашифрованных чатах никто не парился по поводу privacy. Ну, и всем было насрать. Все перечисляли и там. Ой, да приходи ко мне на угол 45-й. Да, да, да. Я там буду стальки до стальки, да, у меня с собой будет столько-то грамм и прочее, прочее. Так вот. А вообще фотку паспорта держи. Это было в 2017 году. Вот они там 3 года пытались это все расследовать. И в итоге ДНР расследовали, кучу людей арестовали, кучу людей предъявили обвинения. Изъяли огромное количество наркоты, оружия и так далее и тому подобное. Но мне просто сама поражает идея, да? То есть смотри, у тебя есть телефон с 2 операционками. Одна типа ты показываешь полицейским, что вот тут обычный Android, я тут вот с девушкой переписываюсь, у меня тут ничего нет. Димка, это очень распространенная тема сейчас среди наркоторговцев. Они реально покупают Android-телефоны. Ты даже можешь зайти на Авито и найти, типа, секретный телефон. Они примерно так там, типа, называют секретный телефон или телефон с 2 операционками. И там реально телефоны, которые как раз тупо с 2 операционками, одна из которых, типа, супер-пупер закрытая якобы. Но она по факту нихуя. Она нихуя не закрыта. Как они взломали зашифрованный чат? Ну, из статьи на Тижорной Литве нельзя выяснить, но я так полагаю, что не такой уж он был и зашифрованный. У меня только такие предположения. Но тут возникает вопрос, а как же шифрованная переписка в WhatsApp, шифрованная переписка в Telegram, шифрованная переписка в знаменитом, это все... в знаменитом секретном мессенджере Signal? А? Как это все? Это полная хуйня, когда ты получаешь полный доступ к системе человека, его ко всем паролям и так далее. И ты просто на клиентском, не на уровне сервера, а на клиентском уровне заходишь, блядь, в его аккаунты, понимаешь? И все, как бы это так и работает. Я могу тебе сказать, что как бы у меня же была вот эта история, помнишь, я тогда рассказывал, типа, когда у меня своровали телефон, и с помощью двухфакторной аутентификации зашли в кучу моих аккаунтов. Понимаешь? Как раз-таки, типа, двухфакторная аутентификация, которая должна тебе помочь, вроде как, типа, не дать возможность зайти в твои аккаунты, именно она помогла моим злоумышленникам войти в мои аккаунты, понимаешь? И я после этого написал в огромное количество мест, включая тот же самый там Тинькофф Банк там и во все остальные места, типа, говорю, что, братаны, вы понимаете, что у вас супер-пупер дырка, связанная с тем, что буквально перехватив смс-ку или всунув сим-карту человека, или всунув дубликат сим-карты человека, можно, типа, через нотификацию по смс зайти в, как бы, соответственно, банковское приложение или, типа, в любое другое. При том, что в США, как ты знаешь, как бы, из-за того, что они, там, очень многие компании знают про то, что можно, например, перехватывать смс-трафик, почти все сейчас отказываются от аутентификации через смс. Типа приложение, некоторые компании... как аутентификатор. Да, ну или там, типа, USB-брелок или еще какую-нибудь санину, короче, вот, в общем, что-нибудь такое делать. Блять, в итоге нет. Вот наша компания, у нас компания очень многие до сих пор прям упорно. Ты можешь хоть обосраться, короче. Ну, у тебя там условно Сбербанк, или там какой-нибудь Тинькофф, или там какой-нибудь ВК, просто по СМС, все, пошел нахуй. А ты слышал недавно историю про Android-телефоны, которые... Android выкатил историю с Secure Enclave. Идея в том, что операционка проверяет, а не рутованный ли у тебя телефон. Да, да. А не скотина ли ты, которая сейчас возьмет и что-то там сломает? Короче, я не вдавался в подробности, я не особо разбираюсь в Android. Я вдавался. Короче, смысл в том, что это утилита, которая внутри Android называется SecurityNet. Ну. Она сделает вот что, что она, по сути, проверяет, у тебя в телефоне внутри, типа, стоит ли root или нет, и в зависимости от того, стоит он или... Точнее, даже не так. Не только root, но и в том числе отключен загрузчик. Ну, то есть там, типа, по сути, ты можешь отключить любую защиту самостоятельно, просто сам отключаешь ее, и делать со своим телефоном все, что хочешь. Comic Sans, блядь, вообще где угодно. Вот. Вопрос в том, что, типа, многие программы самостоятельно уже проверяли, например... А вдруг у тебя отключена эта вот, типа, система безопасности, как бы, да? И ты включил любую хуйню, можно. Ну, я помню историю о том, что вот эти интернет-банки, типа, Сбер, например, проверяют, рутован у тебя Android, да, или нет. Да, многие, вот. А теперь это делается на уровне системы. То есть у тебя прямо система определяет, как бы, вот у тебя там все отключено или не отключено, и, соответственно, у тебя, они делают, по сути, такое API,
по которому как бы, у тебя может любое приложение просто сказать, так, если у чувака рутовый телефон, или там типа вот, вот эта отключена защита, вот все, нихуя, не запускаться. Понимаешь? И у тебя не будут запускаться ни интернет-банкинги, ни платежные системы, ни там всякие приватные хуйни, там, знаешь, которые, типа, уповают именно вот реально на приватность, там, типа, с мессенджера и прочее. Они просто будут, типа, поставить галочку «Не запускаться, если SecurityNet вот не прошел проверку». Все. И я практически уверен, что эту историю на какого-нибудь XDA Developers уже давным-давно взломали. Я практически уверен, что вот что бы Google не выкатывал свое секьюрное, оно упирается о то, что это все-таки открытая операционная система, ты можешь посмотреть, как они это сделали. Ну, то есть, как бы... Ну, ты знаешь, в любом случае, я просто к тому все это хотел привести, что мы видим ситуацию, когда Google все больше и больше и больше идет путем Apple. То есть, потихонечку закрывая свою операционку. Потихонечку закрывая свою операционку, понимая, что новости о том, что нужно, что типа, знаешь, там, Google выпилил из Android Store 500 приложений, которые воровали твои пароли Facebook'а. И ты такой сидишь, а какого хуя они вообще попали в целом в, мало того, чтобы, типа, вообще вот в Google Play Store? И как так получается, что приложение Google Play Store имеет доступ к твоему Facebook паролю? Угу. Ну, то есть ты такой, типа, резонные вопросы задаешь, и Google это понимает, потому что весь Enterprise в итоге сидит не на Android, а Enterprise — это безумный, гигантский, огромный рынок, потому что, типа, когда у тебя реально целый банк на 50 тысяч человек закупает себе там, типа, телефоны, там, понимаете, как бы, или там компьютеры, и это не Android, ну, как бы, блядь, как бы, они, естественно, все понимают, что, типа, ну, как бы, нужно, чтобы это был Android. И поэтому нужно делать все для этого. А для этого нужно закрывать жопу. Угу. А к жопу у Фейсбука, ну, этого, у Гугла пока что открыто, к сожалению. Ну, короче, вся эта история с двумя операционками на Андроиде вот меня заинтересовала. В контексте преступников это, конечно, мне кажется, они продаются история, даже на Авито. Я тебе серьезно говорю. Да. Вот эти, типа, защищенные телефоны, типа, угу. они реально, они есть, они продаются. Можешь спокойно найти их. Ладно, пацаны, двигаемся дальше. Короче, я хотел рассказать вам про совершенно другую историю, которую просто я сука, хохотал. Что вот, за история? Вот я, сука, я просто реально, я, блядь, хохотал нахуй просто. Чтобы вы понимали, что это просто, это история, которая, знаете, суммаризирует вообще весь вот современный цифровой мир. Просто, вот знаете, это в вакууме, как бы, да? Слушай, вот оно просто вот, типа, ты прям... Можно секунду тебя перебью? Тест занес на 300 рублей, приехал к родителям в ПГТ, пришел в парк, где бухал раньше, сейчас здесь людей нет, слушаю вас, охуен. Спасибо тебе, братан. Спасибо тебе. Нормальный мужик занес нам 1 евро, приючу татар. Это не предыдущему донату по поводу релокации в Москву. Окей. Спасибо вам, пацаны. Продолжай. Короче, пацаны, чтобы вы понимали, компания Tencent, ну, вы понимаете, китайские, типа, супер-пупер местные, ты, короче, китайский Mail.ru условно, да, там, или китайский Яндекс. Так. Компания, которая владеет гигантским количеством сервисов, там, и всего-всего, подала в суд на производителя острых соусов, который называется Лао Ганма. И что это значит? Это такой, типа... Ты такой, типа, ну, блядь, просто Лао Ганма, чё ты доебался? Ну, Лао Ганма, ну, короче. Это что-то значит или, или, ну? Название соуса, ну, Анкл Бенс что-то значит? Ну, окей, значит. Дядя окей, Бен. Ладно, короче, местный... Я только сейчас подумал о том, что по меркам 2020-го название соуса соус дядюшки Бена звучит немного двусмысленно. Короче, мне соус... кажется, что это странное название. Ну. Короче, пацаны, соус Лао Ганма. Острый соус. Так. На него подала в суд компания Tencent. То есть это условно местный там, типа, там, Яндекс. Да, ну. Вот. На более чем миллион долларов. И все такие, типа, чё? Самое главное, что вопрос, чё задали себе руководители компании, которая производит соус Лао Ганма. Потому что они сказали, мы просто проснулись утром, к нам пришли юристы и сказали, а вы знаете, на вас Tencent попадал в суд. И они такие, что? Потому что мы вообще не имели никакого отношения к Tencent. Мы никак с ними не взаимодействовали. В принципе, ну, эта компания к нам никакого отношения не имеет. Так вот, чтобы вы понимали, что произошло. Три афериста,
три человека. Угу. Пошли и прикинулись представителями компании Лауганма. И сказали, что типа вообще как бы продают, ну типа они являются представителями компании, которая делает соусы. Так. И пошли к Tencent'у и получили у них через откат контракт на продвижение ебаного соуса острова. Так, причем сразу в нескольких продуктах Tencent'а. Ага. Получили этот контракт, соответственно. И чтобы вы понимали, они не просто получили контракт, они в этом контракте было типа комплексное продвижение соуса во всех продуктах Tencent'а. Ага. Поэтому продукт, этот самый ебучий соус присутствовал на виртуальных футболках персонажей в различных играх. Он присутствовал на трансляциях различных международных чемпионатов по киберспорту. Просто так. Ненавязчиво в кадре стоял соус. Понимаете? Ну. И вопрос в том, что типа через откаты эти чуваки умудрились получить бабки живые. И смылись, исчезли. Но Tencent этого не знал. Они думали, что их развела компания про соус. И подали на них в суд, по сути, как бы как деньги, которые те должны им по обязательству контракта. Более сука, чем миллион долларов. История. Так, ну и чё? И вы представляете, вот вы владеете компанией по производству соусов, к вам приходит местный, блядь, там, Mail.ru, Яндекс, и говорит, ты слышишь, ты мне должен, и где, в суд на тебя подают. Где бабки подавят. За рекламу? Какую рекламу? Ну, которую я покупал. И так, ну что, тебе показывают реально, что твой ёбаный соус рекламировали. Мы соус в киберспорте, в играх, мобильных, не в мобильных. Там или персонажи виртуальные в футболках с логотипом соуса. Я могу себе очень-очень хорошо представить этот диалог, типа, вы должны нам деньги за рекламу. Какую рекламу? Ну, вашего соуса, мы ее в играх размещали. Так мы не просили. Они говорят, так вот, контракт подписанный, понимаешь? А ты такой, какой контракт? Ну, ваши представители, вот там Ляо Вай и Сюнь Сю Хай, короче, вот они как бы заключили контракт. Это вообще не наши сотрудники. Да. Как не ваши? Контракт заключен, все, печать поставлена, ничего не знаю. Слушай, ну, чем вы... а что им теперь делать, вот мне интересно. Ну, то есть они явно в суде будут доказывать, что этот контракт подписан просто хуй пойми кем. Ну, то есть так должно будешь быть. Смеяться, но, короче, в данный момент Tencent, понимая, что они объебались... Угу. Они устроили пиар-акцию. Знаешь, какую? Какую? Они предлагают 1000 банок этого ебаного соуса тому, кто предоставит информацию об этих трех уебах, которые с ними заключили контракт. Пишут, что бизнес по-русски. Но на самом деле, я могу сказать, что бизнес по-русски был бы не так. Сначала бы владельцам компании, которые вот этим соусом владеют, сломали бы ноги. А потом уже начали бы разбираться. То есть это так работало бы. Блять, господи, это как бред. Вы понимаете, насколько это ебливая история? Но самое главное, что, конечно, когда у тебя такая крупная компания, у нее огромное количество подразделений, и когда к тебе приходит, условно, там, 10-тысячный там, какой-нибудь рекламодатель, все, знаете, процесс поставлен на поток, типа, все уже сделано, все, вы нам там заплатите, заплатим, договор есть, как бы, ну мы же вам заплатим, да, все заплатим, короче. Явно там эти чуваки, мошенники, они же получили бабки через откаты, потому что они пришли через чуваков в Tencent и сказали, типа, что мы сделаем, типа, по сути, мы принесем вам бабки бюджетные, ну, наш бюджет, да, если, типа, вы нам откатите. И они им откатили бабки, живые бабки. И те, короче, соответственно, типа, говорят, ну теперь-то мы вам контракт с нашей охуеть соусной компанией принесем. И нихуя! Ты согласен, что получается, что Tencent практикует эту практику откатов? Ну, то есть, как бы... Да, в Китае это очень распространено. То есть, это нормальная история для Tencent. Да. Да. Ну, то есть, как бы, чуваки тупо заработали на откатах, потому что, типа, получили, по сути, от сотрудников Tencent бабло за то, чтобы принести большой бюджет, понимаешь? Да-да-да. Как бы, и, ну, ты просто сидишь и просто ебаться, сраться. Ну, как бы, ну, это такой пиздец просто. Как бы. И, ну, сам, если честно, как бы, я просто пытаюсь понять, как бы, вот этих чуваков найдут или не найдут. Учитывая, что да, я думаю, найдут, чё. Но они же понимали, что их... Tencent это же, по сути, такой, как наш ВГУП Mail.ru. Да, самое, типа, Tencent это же, по сути, почти государственная компания. У них там полный вот этот ресурс с полицией, с камерами, со всеми делами. Блять, ну найти чуваков, я думаю, ты не проблема. Ты забываешь о том, что в крупных компаниях такие проебы возможны просто потому, что они крупные.
Ну, то есть, когда у тебя бизнесом занимается там 20 человек, ты вроде как все контролируешь. Когда тебе бизнесом занимается 20 тысяч человек, такое проконтролировать невозможно. А когда ты такой крупный, как Tencent, на тебя работает 2 миллиона человек, Тимур, понимаешь? Ты небольшое государство. Ты понимаешь, что до суда-то, как до суда-то дошло же дело? Ну, дошло, да. В итоге. Да. Тем более, что бюджеты для Tencent хуйня, как бы, ну, миллион баксов, как бы, да? Ну, да. Но все равно пошли, полезли в залупу, типа, подали в суд, понимаешь? Mm. Ну, как бы, я могу сказать, что по опыту своему работы, что вообще суды — это в целом, как бы, нормальная рутинная практика большого количества компаний, даже российских, например. Я могу сказать, что, например, один из моих прошлых работодателей, с которым я работал несколько лет назад, совершенно вот в рутинном порядке, вообще без каких-либо сложностей и проблем, пошел, подал в суд на Рамблер. Угу. На сумму там, сколько было там, 10 миллионов рублей. Ну, сумма не очень большая для компании, да? Ну, просто абсолютно в рутинном порядке 10 лямов. Как бы, на, вот, держите. Я вспомнил историю с работы, когда у нас был поставщик, мы судили с ним что-то, блядь, не знаю, года два, наверное, потому что он недопоставил товар, а денег ему уже заплатили. Ну вот. И причем в частном разговоре он объяснял, что типа, блядь, ну, пацаны, у меня сейчас денег нету, блядь, товара нету, давайте вы, короче, полгодика подождете, блядь, и типа вы будете сидеть без товара. Ну, естественно, мы говорим, какого хуя, что делать? Он говорит, ну, блядь, ну, подавайте суд, я ничего с этим сделать не могу, подавайте суд, мне похуй. Ну, вот. На него подали в суд, полгода, пока длилась вся эта тяжба, у него там какой-то контракт закрылся, он докупил этого товара и довез его. То есть к моменту судебного разбирательства уже претензий никаких ни у кого не было. И они подписали просто мировое соглашение, понимаешь? На этом все закончилось, блядь. Но суд длился полгода, и юристы ебались просто пиздец с обеих сторон, понимаешь? То есть вот так бывает, да. Блин, Димка, нам тут передают в чате, что Лао Ганма по-китайски означает «от тетушки». Так что это и есть Uncle Ben, по сути, почти что. Соус от тетушки тоже звучит двусмысленно. Соус от тетушки, блядь, да. Слушай, короче, в любом случае... На неделе произошла странная история. Дело в том, что Индия, боясь китайской угрозы, заблокировала, да, что... Ты неправильно, неправильно. Ты зашел вообще не с той стороны. Давай. Напоминаем вам, что на данный момент Китай и Индия являются двумя воюющими государствами, на территории которых происходят военные действия с потерями обоих государств. Ну, я бы сказал, что это пограничные стычки. Ну, ладно, окей, хорошо. Не, подожди-ка, там, типа, несколько уже, там, типа, десятков человек с одной и с другой стороны погибло. Ну и что? Военнослужащих. Я тебе напоминаю, что это настоящий, ну, типа... У нас в 60-х, по-моему, или в 70-х тоже было куча пограничных стычек с китайцами. Мы воюем с китайцами? Нет. Но важный момент. Ты должен это понимать, что, типа, у нас реально на данный момент есть ситуация, когда... Ну, многие говорят, что про Третью мировую войну, потому что две ядерные державы, Китай и Индия, сражаются друг с другом, типа, ну, военным образом по-настоящему. И, естественно, начинается история, типа, ну, все это, типа, давать какие-то определенные результаты, которые выходят за пределы, ну, там, полевых военных сражений. Uh-huh. Начинается политическая тема, да? И помнишь, была история с тем, что в Индии хотели заблокировать ТикТок из-за скандала, да, с индийским блогером, который изобразил в одном из своих тиктоков очень популярный способ мести в Индии, который заключается в том, чтобы плеснуть кислотой в лицо женщине. В чате... Вот. И, типа, и он, чате... типа, изобразил это... Ну, подожди. Он, типа, изобразил это действие, типа, в тиктоке, и там просто миллионы человек пошли протестовать против этого чувака. У него там просто полный пиздец, его просто карьеру под откос пустили. И как бы против ТикТока вообще в целом, написав, что типа ТикТок уничтожает нашу там нравственность, индийскую моральность, там менталитет, вот это все, потому что посмотрите, какие вот уебы там у нас вот в ТикТоке, да, это типа вот деградирует нашу молодежь и так далее. И, короче, это была первая ласточка. Вторая ласточка сейчас идет дальше, соответственно, накладываясь на всю эту борьбу политическую, которая, естественно, наложилась уже на фоне реальной военной напряженности, да, они берут и говорят, что, типа, все, выпиливаем ТикТок и кучу остальных китайских приложений, потому что они являются стратегически опасными для Индии. Причем одно из основных условий, знаешь, какое было? No. Они сказали, что все эти китайские приложения в период какой-то сложной военной активности, которая может возникнуть сейчас в Индии, они будут нести большую нагрузку на нашу сеть,
что является стратегическим недостатком. Ну, я имею в виду, что, типа, ты такой когда-нибудь такое вообще слышал? Я никогда такого не слышал, что выпилить приложение, потому что они будут нести нагрузку на сеть, что является стратегическим, типа, недостатком и потенциальной проблемой и опасностью стратегической для нашей страны. Понимаешь, для обороны опасности страны. Угу. Типа, и все, нахуй выпили. Слушай, понимаешь? Ну это же такая же история, как у нас. Вот, допустим, давайте блокировать Telegram, потому что YouTube, это... потому что он несет стратегическую опасность для нагрузки сети на страну. Я вообще не удивлюсь. Вообще не удивлюсь. Очередное расследование Навального, как бы, и в этот момент, типа, знаешь, там начинают его блокировать. YouTube его не блокирует, и все говорят, YouTube наносит стратегическую опасность, как бы, вот несет в себе в виде нагрузки на сеть возможное опасное время, типа, для нашей страны. У нас сейчас по-другому делают, Тимур. У нас что Telegram, что YouTube и все остальные полностью под контролем государственной машины, то есть вообще не проблема вывести в топ какое-нибудь идиотское видео абсолютно. Ну, то есть это не проблема для пропаганды. Я могу сказать так. Индия банит TikTok, Индия выпиливает кучу китайских приложений, но мне интересно момент. А как они узнали, что вот это приложение китайское? Ну, то есть там, условно, про TikTok у всех на слуху. А остальные-то? Бля, Дим, ну кому? Заходишь на Crunchbase, который заблокирован теперь в России. Ну вот. Доходишь на Crunchbase, смотришь, кто является инвестором той или иной компании, типа, или кто является ее там владельцем. Mm-hmm. Это несложно, поверь мне. И как бы выпилить там, типа, 50 китайских самых крупных приложений из стора несложно. Проблема в другом. Проблема в том, что в Индии большую часть стартапов, которые за последнее время в Индии росли, а у них там, типа, вообще пиздец бум просто. Силиконовая долина там на территории Бомбея, условно. Так. У них большую часть самых крутых единороговых стартапов, которые у них были за последнее время, в них вливались китайцы. И большое количество местных приложений и местных сервисов, которые вливались китайцы, тоже за компанию заблокировали. Ну, то есть, представь себе, если бы такая история произошла в США, например, да? То есть... условный Tencent вливал деньги в кучу крупных игровых студий. В Epic какой-нибудь. В Epic Games, да, такие, хопа, Трамп такой говорит, все, чуваки, закрываем лавочку, китайские инвестиции нам не нужны. Ты понимаешь, что сейчас возьмут, если, например, Трамп возьмет, скажет, типа, что закрыть нахуй все, что имеет отношение к Китаю, угу. Большое количество компаний начнет страдать, потому что условный Bungie, который делает Destiny, они тоже получили огромные инвестиции от Китая. И потенциально да. Являются страной, компанией, которая, типа, является, там, так скажем, подконтрольной в той или иной степени китайской компании, китайской угу. полугосударственной компании. Естественно, они такие сразу, все нахуй закрыть, это закрыть, то закрыть, все закрыть, короче, да, и все, и пиздец. Короче, смысл в том, что в Индии гигантская аудитория, которая владеет смартфонами, которая использует огромное количество сервисов. Ну, это потенциально очень крупный рынок. То есть, как бы ты... Это очень крупный рынок. Его потерять, наверное, обидно. Ну, то есть, даже если ты не особо хочешь туда заходить, но все равно потерять такой рынок крупно обидно. Это действительно обидно, как бы сейчас, я думаю, что они будут пытаться как-то этот вопрос разрулить. Угу. Может быть, даже китайским войскам скажут, что, типа, надо бы, пацаны, на пару километров назад отойти. Раз уж мы обсуждаем TikTok, у нас тут в шоу-нотах замечательная история про TikTok-хаусы. Я не знаю, что такое TikTok-хаусы, Тимур. Смотри, я тебе сейчас расскажу, короче. Смысл в том, что вообще, как только начинает появляться какая-то социальная сеть или какая-то в той или иной степени важная штука, где люди, делая ничего или что-то минимальное, могут зарабатывать бабки на аудитории, угу. Обязательно появляется какой-то очень шустрый и очень хитровыебанный человек, который пытается всех этих людей объединить в некоторые конгломераты для того, чтобы, собственно, за счет органического роста аудитории этих людей, потому что они друг друга бустят, угу. Ну, то есть в этом конгломерате, да? Ну, ты про YouTube говоришь. Я говорю вообще про всех, как бы. Эти люди друг друга бустят, как бы там аудиторию друг друга, соответственно, деньги зарабатываются, а человек, который все это организовал, получает процент. Угу. Так вот, все это как бы классно, когда это делается, например, в рамках какой-то сети, например, там типа на YouTube.
Но есть история, когда все это превращается не только в сеть какую-то виртуальную, например, которая включает в себя ютуберов там, или инстаграмеров там, или, например, там тиктокеров, или вайнеров, или там твич-стримеров. А когда эта сеть превращается в физическое объединение, то есть оно по-настоящему живое объединение. То есть берется, условно, дом, участок, квартира, все что угодно. Туда селятся стримеры, вайнеры, инстаграмеры, тиктокеры и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, типа, в какой-то в рамках определенной тематики туда селятся люди. Они начинают жить вместе для того, чтобы удобно было пилить контент вместе друг с другом. И начинается, как бы, соответственно, типа, вся эта история монетизироваться. А человек, который все это организовал... Помнишь, ты смотрел этот «Силиконовую долину» сериал? Нет. Ну, то есть я смотрел пару серий, мне не понравилось. Но... Жалко, короче. Но там был такой типа чувак, которого звали Эрик Бахман. Mm-hmm. Это прямо типичный такой пример «Силиконовой долины», когда берется и делается инкубатор. Стартап-инкубатор, да, я понял. Который mm-hmm. типа заключается в следующем. Ты просто берешь дом, сдаешь комнату стартаперам, и сейчас залетело, типа, это я, мой процент. И ты, по сути, за процент в компании человека селишь у себя в комнате. Понимаешь? То есть у тебя дом, типа, там, 8 комнат. Одну комнату сдал чуваку, 10% его компании. А он стал, бывает. Там, типа, следующим условно Фейсбуком, понимаешь, короче. Mm-hmm. И ты вышел в кэш, 10% получил. Понимаешь, у чувака, блядь, жрать было не на что, как бы. Ну, ты же его поселил, пожрать дал, все нормально, короче, да? А он стал следующим Фейсбуком. Во, все, 10%, нормально, заебись. Вот. И вот Эрик Бахман, вот это был герой, который как раз владел таким инкубатором в сериале, mm-hmm. и у него как раз, типа, вот эти чуваки начинали, как бы, да, которые делали свою компанию. И вопрос в том, что вот таких чуваков, которые делают TikTok House, Twitch House или YouTube House, таких чуваков много. Такие чуваки даже в России уже появились. Я понимаешь? Вот как раз могу тебе сказать, что я набрал в браузере TikTok House и нашел какую-то статью. Топ-6 TikTok House'ов России. Кто это? Кто их в составе? И там какие-то странные лица. Я не знаю никого. Ты понимаешь, там вся суть заключается в том, что типа люди, по сути, живут вместе и могут с утра до ночи пилить тиктоки друг с другом и накачивают аудиторию друг друга, то есть органически как бы. И люди при этом, зная, что этот чувак живет там в тикток-хаусе, они тоже типа фолловят всех-всех-всех, то есть ты фолловишь не одного, а сразу там восьмерых. Да. И типа они, и ты такой типа сидишь такой, да, у них там комьюнити, следишь за их жизнью, вот это все, типа прикольно, круто. Ну, естественно, тебя монетизируют, потому что как бы ты смотришь людей, этих вот TikTok-хаусов. Но при этом люди же должны быть какие-то, ну, как бы интересные или там контент их классный. Туда жесткий отбор. Жесткий отбор. То есть это только не... самых креативных, я самых понял. Классных, самых угу. клевых, понимаешь? И, если честно, я знал, что такие истории делали, например, там с Ютубом, с Твичом и так далее. Мне тут напоминает, бля, какой же старый пиздец. Мне это напоминает «Фабрику звезд». Блять, у меня просто много друзей прошли через «Фабрику звезд», поэтому, блять, я знаю очень многое, что там было. Ну, реально же похоже, да. Слушай, у меня одна подруга проходила в самом первом составе «Фабрики звезд», и она одна из немногих, у которой получилось прям построить карьеру, и она до сих пор юзает всю эту карьеру, которая вот самой первой «Фабрики звезд». Поэтому, как бы, я могу сказать, что на самом деле это было круто. Это Вик, и это был хороший формат. Нет, это Саша Савельева. Вот. Я думал, Виктория Баня. Нет, с Баней я только один раз в жизни пересекался, и лучше бы нет. Лучше бы нет. Ну ладно. Вот, в любом случае, короче, TikTok-хаусы — это, конечно, полный пиздец, и, если честно, как бы, я считаю, что окей, это, наверное, может быть прикольный способ легитимизации, как бы, всей этой вот темы, но, с другой стороны, мне кажется, что это немножко как-то... эксплуатация, знаете, такого детского труда. Ты, по сути, берешь, создаешь некий комьюнити и говоришь, типа, братан, вот ты сюда можешь прийти, будешь получать копейки, а взамен будешь получать, знаешь, так, типа, экспоужер. Да. А на ваш экспоужер можно снимать квартиру? Нет, это же экспоужер, понимаешь? Там, типа, у тебя будет аудитория. А на вашу аудиторию можно жрать? Нет. Но у тебя будет 200 миллионов просмотров. Ты такой, блядь. Вот. Тем временем, ну, ты занес на 300 рублей, пошел из парка, ранее трава была зеленее, ранее заходил в парк, пацаны. У меня есть горилка, они го с нами бухать, а у меня нихуя нету го бухать. Спасибо тебе, братан. Слушайте, пацаны, мы еще хотели отстреляться по одной рекламе, но это реально крутая реклама. Я могу сказать, что
это действительно вот такой, знаете, совет на миллион просто. Дело в том, что мы хотели рекламировать наших друзей из компании Puzzle English. Это, по сути, один из самых крупных в России сервисов по изучению английского самостоятельно, без препода. Вот. И на самом деле это реально один из самых классных сервисов в плане того, какая у них методика обучения. И это действительно крутая штука, которая хорошо может помочь подтянуть английский язык или начать его изучать с нуля. Дело в том, что Puzzle English — это в первую очередь баланс между академическим контентом, знаете, ну типа правила, там времена, грамматику, вот это все, и веселым контентом, потому что там есть, блин, всякие песни, подкасты, фильмы, там, типа, все, ну, там, не то, что фильмы, типа, отрывки, типа, с фильмов, там, с переводами, всякие игры и прочее. И, соответственно, вот этот самый игровой фановый контент. То есть, грубо говоря, академическая штука плюс вместе игровой фановый контент. И все это. Но вместе, это подойдет только оно... детям играми, я же всем, абсолютно всем, в том числе и взрослым. Там есть детские курсы, но большая часть сервиса — это именно как раз-таки для взрослых, в первую очередь. Вот. И у них сейчас самая классная штука. Дело в том, что в июле полностью бесплатно вообще для всех людей, которые зарегистрировались, все игры, то есть все игровые тренажеры, которые в игровой форме вас обучают английскому языку, словарному запасу, грамматике и так далее, они полностью бесплатны в течение июля. И плюс на Puzzle English сейчас интересная новая история. Дело в том, что появился Оксфордский тест английского языка, официальный тест от, в общем-то, от Оксфорда, который дается в подарок всем тем, кто купил премиум доступ к сервису, который вечный премиум доступ, типа, соответственно, ну, это самая крутая премиальная подписка, вот, и, соответственно, если вы ее покупаете, то вам дается возможность в течение года сдать тест на, соответственно, Оксфорд. Это тест, который можно приложить к резюме, который можно предложить, если вы собираетесь там куда-то поступать, например, на Запад, за границу и так далее. То есть это типа тест, который распознает гигантское количество организаций, там, компаний, всяких там типа учебных заведений и прочее. То есть вы просто приходите и говорите, там, я сдал там типа на 93 балла, короче, и все такие, о, ну все, все, ну типа все с тобой понятно, типа ты хорошо знаешь английский. Вот. Mm-hmm. Поэтому если вы покупаете вечную премиум, по сути, то у вас есть возможность поучить английский язык, и, ну, типа, если подтянуть чуть-чуть, как бы, и, соответственно, сдать этот тест, и получить его в сертификацию официальную, вот, которую вы можете куда угодно добавлять впоследствии. Вот, и, как бы, мы напоминаем вам, что, типа, промокод «завтра» может вам дать 50% скидки на первый месяц премиума, вот, то есть, как бы, по сути, попробовать как бы сильно подешевле, типа, сервис вообще полностью. И, соответственно, всем новым пользователям на самом деле в течение недели дается личный план. Это специальная подборка, которая прямо четко под вас делается, заданий, которые в зависимости от вашего уровня, от того, типа, что вам нужно, какая у вас цель там изучения и прочее, вам подбираются упражнения, которые собираются со всех возможных продуктов, которые есть в Puzzle English. Ну, то есть, соответственно, там из игр, из всяких видеопазлов, из грамматики, там, типа, из песен, там, из подкастов, из того и всего. То есть из самого большого, ну, вообще со всех продуктов собираются по немножко заданий, чтобы именно для вашего уровня, для вашей цели сделать на, там, условно, неделю. Или, например, если вы покупаете этот личный план, или если у вас премиум, например, есть, то это делается, там, например, на месяц вперед, на 2 месяца вперед, на 3 месяца вперед. Но в первую неделю, когда вы просто там регистрируетесь, у вас есть возможность, да, вот как раз получить неделю этого личного плана, чтобы позаниматься в соответствии с вашим уровнем. Да, напоминаем, хорошо, промокод, Puzzle English, напоминаем промокод у нас завтра, 50% скидки. Переходите по ссылке в описании, да. Потому что тогда хотя бы рекламодатель сможет понять, что, ну, вам, в общем-то, вас это все заинтересовало хотя бы. Это было бы довольно классно. А вот то, что интересует самих рекламодателей, мы узнали на прошлой неделе, когда крупнейшие рекламодатели Фейсбука решили не рекламироваться больше в Фейсбуке. Бля, потому что это охуенная история на самом деле. Ты знаешь, вот это та история, в которой, скажем так, любила земноводное. Ты помнишь эту историю? Короче, ебала жаба гадюку, говоря по-простому. Потому что, на мой взгляд, Facebook пытается как-то справиться с той историей, что у него постоянно идет утечка каких-то данных.
И, в принципе, контент он довольно хуёво модерирует, если уж на то пошло. История не в этом состоит. Она состоит в том, что рекламодатели массово отказываются от рекламы в Фейсбуке, потому что они считают, что Facebook, менеджмент его и Цукерберг лично делают очень мало для того, чтобы выпилить хейт-контент с Фейсбука. Да, модерация потому говно. Потому что вообще модерация Фейсбука — это притча во языцах. Нет, вас могут забанить за полную хуйню, которая вообще никакого отношения, ну, не имеет к тому, чтобы вас реально забанили. Двуличность... И могут нихуя не забанить за то, что реально стоит того, чтобы забанили. Двуличность в том, что до этого всех все устраивало. Никто по этому поводу не заморачивался. Вдруг внезапно один крупный рекламодатель, Unilever, осуществляет такой типа бойкот. Давайте-ка мы заберем свои деньги из Фейсбука. К нему присоединяются остальные... Unilever вообще-то один из самых крупных рекламодателей в мире вообще. Я понимаю, потому что это в принципе крупная компания. Но к нему присоединяется Coca-Cola, присоединяется там условная Honda и так далее, и так далее. И понеслась по накатанной. И теперь Цукербергу приходится встречаться с организаторами этого бойкота и объяснять им, что да, мы все сделаем хорошо, у нас все будет классно, мы повысим стандарты рекламы, мы будем помечать контент, мы сделаем все круто. Ты не понимаешь сути, как бы. Вот просто я тебе как рекламодатель, как бы, который тратит в Фейсбуке условно там 500 000 рублей в месяц, понимаешь, как бы, я могу сказать тебе, что вообще Фейсбук, когда у тебя сама по себе платформа становится токсичной, и ты можешь на нее повлиять рычагом, потому что ты являешься ее источником вообще существования, потому что если... Это не так в контексте Фейсбука. Потому что... Это абсолютно так, потому что если не будут рекламодатели заносить денег в Фейсбук, Фейсбук не сможет существовать, потому что у него не будет денег. Потому что, в принципе, Фейсбук существует только за счет того, что он собирает деньги с рекламодателей и показывает рекламу людям, своим пользователям. Если не будет денег, которые нужно раздавать, типа, ну, типа, за которые он сможет показывать рекламу, то все, не будет Фейсбука. Него косты огромные, понимаешь? Здесь был разбор, по-моему, на Bloomberg истории. Насколько сильно это существенно для Фейсбука. И выяснилось, что эти крупные рекламодатели, да, они заносят очень много денег, но мелкие, скажем так, фирмы и фирмочки, которые заносят Фейсбуку и продолжают заносить, они приносят Фейсбуку 94% дохода, а все вот эти крупные, это только в США, и это только 6%. Ну, то есть это много в контексте компании. 400 рекламодателей решили бойкотировать Фейсбук. 400, среди которых огромное количество крупных компаний. И ты понимаешь, что если у Фейсбука просядет выручка на, условно, там, типа 15-20%, это будет катастрофа. Ему придется просто увольнять людей массово, понимаешь? Потому что, ну, все это пиздец. А что они могут сделать? Сервисы. Вот скажи мне, что они могут сделать с этим? Ну, то есть, вот с точки зрения Фейсбука. Они что говорят? Они говорят о том, что, типа, мы можем сделать следующее, типа, мы можем еще больше девальвировать, точнее, типа, деранжировать посты от различных СМИ, и мы можем деранжировать посты в группах, которые исходят от людей, которые, типа, не подтвердили свою личность, типа, анонимно. С другой стороны, я пытаюсь вспомнить... Мне интересно, каким образом ты это будешь делать, блядь, в Фейсбуке? Вот я пытаюсь это тоже вспомнить, потому что, как бы, Фейсбук тебя всячески, когда ты, типа, вообще приходишь, в него только регистрируешься, он тебя анально огораживает вообще все, что ты только можешь там делать. Пытаюсь тебе сказать, что, типа, братан, ты должен подтвердить дохуя всего, прежде чем ты можешь вообще любой пук сделать на Фейсбуке. И, основываясь на этом, я пытаюсь понять, они какие группы пытаются вообще закрыть, типа, ну, сказав, типа, что они будут деранжировать группы с анонимными, типа, там, или полуанонимными чуваками, которые управляют ими. Как они могут ими управлять, если вы, типа, ограничиваете любого человека, у которого там, условно, не написано «дохуя всего», как вы можете их ограничивать вообще? Ну, типа, это нонсенс какой-то. Тупо, ну, кстати, нам вот напоминают в чате хорошую, похожую историю, когда с YouTube уходили рекламодатели. Но я вам напоминаю, что на YouTube это повлияло и довольно серьезно. Теперь, если ты, скажем так, производитель контента, ну, типа нас, вот, то тебе приходится, блядь, заполнять опросник. А если в твоем видео...
плохие слова. А если там обнаженка? Вы знаете, это подходит не всем рекламодателям. Не могли бы вы все это нахуй поубирать? То есть Google попытался как-то эту историю исправить. Удастся ли это сделать Facebook? Вот мне кажется, что блять, им надо прям просто абсолютно всю свою политику проведения поменять. Дим, ты видишь, ты видел, как Facebook за последнее время менял вообще просто там, типа, даже переобувался в воздухе по любой хуйне. Вот реально по любой хуйне. И на самом деле они же очень сильно как бы таким образом постоянно переделывая выдачу в своей ленте, они подкашивали целое, не то что сообщество, а целые СМИ. Ты же помнишь, как они врали с количеством с просмотров видеосов, да. Ну, то есть, короче, типа, Facebook такой, а мы что-то такое поменяли, типа, вся бизнес-модель твоего бизнеса просто прям развалилась нахуй, понимаешь? И, как бы, это еще очень сильно укнется большому количеству. Но сам факт, что, типа, если вдруг ваша компания полностью уповает на какую-то платформу, которая находится в Facebook, будь то Instagram, типа, или сам Facebook, у меня для вас плохие новости. То есть, серьезно, как бы ни в коем случае не делайте так. Диверсифицируйте каналы, привлечение аудитории там, и прочее, потому что если уповаете только на одну платформу, вам пизда. Это как люди, знаете, которые типа, я вот целых полтора года жил со всех денег, которые мне поступали от Ютуба. А теперь у меня заблокировали аккаунт, и я больше вообще не получаю денег никаких. Вообще никаких, я не могу жить, у меня там мама умирает. Ты такой сидишь и думаешь, ты что, долбоеб, что ли? Нахуя ты, типа, только на YouTube вообще рассчитывал? Нахуя ты рассчитывал только на Instagram? Нахуя ты рассчитывал только на Facebook? Ну, то есть, как бы, если вы не диверсифицировали свои каналы, типа, то вы реально дурак. Просто, как бы, пожалуйста, услышав меня сейчас, если вы делаете свой магазин только в Инстаграме, не делайте так, пожалуйста. Сделайте сайт хотя бы, да. Уже будет неплохой. Да, неплохая история. Учитывая, что на Тильде или там типа на Виксе можно делать за копейки просто. Я, кстати, в этом плане, вот мы только что обсуждали историю с TikTok-хаусами, да? И очень классная история, которую написали в постах и в статьях, как бы, которые вообще писали все эти истории с TikTok-хаусами. Огромное количество тиктокеров сейчас в России даже и на Западе рекламируют с помощью своих тиктоков так. Свои инстаграмы и свои ютубы. То есть они типа продвигают свои тиктоки, но они говорят, братаны, пожалуйста, подписывайтесь на мой там инстаграм, на мой ютуб и так далее. А это потому не запрещено все... правилами тиктока? Ты знаешь, как бы они там обходят эту историю, но они могут это делать. Самое главное другое, что они... даже тиктокеры, даже упоротые тиктокеры понимают, что тикток мог закрыть нахуй, блядь, в любую секунду. Просто по щелчку пальцев. Ведут к тому, что, скорее всего, тиктоку будет сказано «до свидания». Короче, люди реально понимают, даже тиктокеры упоротые понимают, что его могут закрыть нахуй в любую секунду. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой ютуб и инстаграм. Вот, поэтому, если вы вдруг ваш бизнес уповает только на один источник типа Фейсбука там или там только Инстаграм, у меня для вас очень плохие новости. Пожалуйста, не делайте так. Это очень-очень плохо. Короче, пацаны, ладно, закончили. Двигаемся дальше. У нас охуительная новость. Есть охуительная новость, есть средняя новость и хуевая новость. Охуительная новость заключается в том, что Crytek долго тизерили и в итоге показали, у нас выйдет ремастер самой требовательной игры своего времени. Ты знаешь, я вот сейчас открыл ее в таком маленьком окошке, и на Ютубе этот трейлер, и там видна полоска с лайками, и дизлайков, сука, больше, чем лайков. Ну, правда, это не официальное видео, официально они не выложили. Я могу сказать, что очень смешно произошло буквально через день, после того, как этот трейлер утек. Так, я еще приду. Давай. Очень смешно вышло после того, как трейлер утек. Дело в том, что Crytek написала обращение, в котором сказали, что чуваки, нам надо обязательно доделать игру. Мы не успеваем, и нам для полировки игры нужно дополнительное время. Потому что мы очень рады, то, что вам нравится Crysis, что вы его ждете. Ну, вы все понимаете, ковид и все такое прочее. Короче, в итоге сейчас непонятно, когда он выходит, а должен был выйти, я так понимаю, что в августе. Я могу сказать так.
Crysis, вот именно ремастер, явно основан не на ПК-версии игры. Он явно основан на консольной версии игры. Версия с Xbox 360. Ну, типа того, да. Только, скорее всего, там новый движок, новые ассеты, новое все. И поэтому он выглядит не так, как пекари себе представляли, будет выглядеть ремастер. Потому что никто и не думал выпускать ее только на ПК. Ее выпускают и на PlayStation 4, и на Xbox, и даже на Switch. Причем ролик на Switch выглядит так хуево, что просто непонятно, в каком они вообще состоянии все это делают. Вот. Но в итоге, ты ждешь, Тимур, Crysis? Или ты ушел? А, вроде ушел. Crytek раз существует, их вроде перекупили. Crytek существует, у них, в принципе, все довольно неплохо. Могло быть гораздо лучше, но они продвигают свой собственный движок. И могу сказать, что есть некоторые идиоты. Проекты, которые делаются на... Почему сразу идиоты? У тебя, кстати, очень желтый свет на камере сейчас. Да. Прям вообще желтый. Очень старые проекты, которые были там на CryEngine сделаны, они до сих пор делаются, и люди себя нормально чувствуют абсолютно. Как бы. Я не вижу проблемы с Crytek. Да, я думаю, CryEngine, на самом деле, от него очень многие откажутся. В итоге. Насчет игры, смотри, я могу сказать так, что вообще игра... Это, знаешь, это ремастер, которого никто не просил. Которого никто не ждал, никто не хотел. Ну, слушай, как и большинство ремастеров. Ты бы ждал ремастер второй мафии? Нет? Нахуй нужен кому? Ну, ремастера второй мафии не будет. Ну, ремастер, да, будет, но... Он вышел, я про него рассказывал. Ты чё? Вторая мафия. Но будет же ремейк первой мафии, как бы. Вот его многие хотели, на самом деле. Ну, так ты хотел бы ремейк Крайзиса? Или что? Знаешь, нет, я тебе могу сказать, что Crysis вообще это же игра, которую создавали чисто как шоу-кейс движка. То есть, как игра, это ж хуета ебаная. Ну, не она знаю, скучная, мне... она скучная пиздец. Она мне нравилась первая часть. Абсолютно. Мне, правда, больше нравилась вторая, которая полтора, скажем так, Crysis полтора, Warzone, или как она называлась. Вот она была прикольная. Бля, чувак, я вот сколько пытался поиграть в Crysis, но такая она пиздец скучная. Ну, прям, блядь, нереально скучно. Far Cry 1 был более классным, чем, блядь, Crysis. Понимаешь, как бы, ну, реально скучная игра. И когда тебе игру, технодемку, берут и говорят, бля, братаны, вы этого ждали, давайте сделаем вам ремастер. И ты такой просто... Потом выходит видео всех этих ремастеров, и ты понимаешь, что ремастер хуже, чем ПК-версия на ультрах. Ты просто... В 2006 году... Там, типа, ну, блядь. Ты просто ну, как бы, не пекарь. У тебя нету ностальгических чувак, воспоминаний пекарь, о том, как наоборот, ты покупал, там, не знаю, GeForce 4 условный. Понимаешь, что пекари как раз жалуются на то, что игра выглядит как говнина. Ну, то есть вот они берут, делают ремастер, который выглядит хуже, чем выглядел оригинал. Мне интересно, они что-нибудь доделают с этой историей? Ну, то есть вот то, что они его отложили. Ты понимаешь, что они перенесли игру... через 3 дня, после того, как 3 дня все писали о том, что трейлер хуйня. Какой 3 дня? Они на следующий день это написали. Нет, 3 дня. Слили видео, типа, 3 дня назад. Соответственно, и вот через 3 дня после того, как все... Трейлера даже официального же не было, типа, как бы, вот именно трейлера. И после того, как, типа, слили скриншоты, видосы и так далее, все начали говорить, что это же просто пиздец, говно, санина, это вообще, типа, нахуя ее делают? Они такие, типа, посмотрели на комменты и такие, блядь, не прокатило. Неправда, что это мы? Давайте доделаем. Проблема в том, что ты же знаешь, что типа ремастер якобы делает Saber Interactive российский. Вот. И, соответственно, не удалось, понимаешь, не получилось. Ну, как бы, и вот, да, его решили поменять и переделать. Короче, пацаны, в общем, у нас смешанное впечатление. Мы считаем, что ремастер Crysis не нужен, но раз его делают, надо делать хорошо, а делают плохо. Значит, пусть переделают. Давайте идите переделывайте. Давай по-новому, Миш, все хуйня. Все хуйня, давай сначала. Слушай, тут Microsoft отчиталась о том, что в конце июля у нее будут мероприятия. Официально еще ничего не анонсировали. Официально уже анонсировали, называется Xbox Summer Game Fest. И история в следующем. Это 60 демок различных игр, которых они будут показывать на
на самом, собственно, они будут доступны на твоем Xbox. Идея в следующем. Есть игры, скажем так, не совсем доделанные, в основном инди, которые ты можешь попробовать. То есть это как Early Access, но при этом тебе доступна не полноценная игра, а типа такая маленькая демо-версия. Нечто подобное было у Steam буквально недавно. Оно называлось Steam Summer Camp, как-то так, по-моему, называлось. Я тогда накачал кучу разных демок, переиграл во многие проекты. Очень жду, например, ремейк System Shock, который тоже как раз был по этой демке доступен. Ну вот. И это они будут показывать с 21 по 27, кажется, июля. Я могу сказать, что это классно. То есть я уверен, что там будет в основном инди. Блядь, сам формат, game as a service, что можно скачать демку, это охуенно. Да. Чувак, если покажут, если возьмут и в этот момент анонсируют, что типа вы можете скачать на Xbox One демоверсию Cyberpunk 2077. Или там демоверсию условного Xbox Halo Infinite. Это было бы классно. Да, все но просто охуеют. Проблема в том, что там есть внизу приписочка, что это игры ID от Xbox. То есть это в основном инди. Не все из этих 60 игр будут инди. То есть явно покажут что-то другое. Но это все равно прикольно. Вот мне идея с демками нравится. Мне хотелось бы, чтобы такая же хуйня была у Саней. Вот серьезно. Так, что все ожидают от этой конференции? Напомню тебе, что хардварных анонсов там не будет. Все уже сказали, что типа все хардварные анонсы перенесли на август. И единственное, что типа нам стоит реально ожидать от всей этой конференции, так это то, что там покажут именно игры. Поговаривают, что там покажут, во-первых, Fable. Ты путаешь две разные вещи. Я сейчас говорил про Xbox Summer. Это вещь, которая пройдет целую неделю. Это конец июля. Да, конец июля. А то, что ты говоришь, оно официально не анонсировано пока, и мы даты не знаем. Но тоже, по слухам, якобы конец июля. 24 июля, якобы. Вот. То есть якобы 24 июля пройдет конфа Microsoft, угу, где покажут типа шоу-кейс крутых игр. Фил Спенсер будет в выходные прям вот нормально показывать. Короче, поговариваю, что там будет Fable, во-первых, новый. Но, сегодня продлили, покажут, кстати, якобы торговую марку на Fable. Ну, правда, там торговая марка Forza. На... Новую Forza. Да. Там на все вместе, типа, как бы на все-все-все. Короче, mm-hmm, новую Forza покажут. И якобы покажут несколько third-party игр, которые придерживали свои анонсы до конфу Xbox, по сути. То есть про те игры мы еще не знаем, типа, да? Uh-huh. Да, которые, типа, выйдут и на PlayStation, и на Xbox, типа, но покажут их именно на конфе Xbox. Uh-huh. Что там будет, никто не знает, как бы, но как бы, поговорю, что якобы могут показать сервисную игру от Square Enix. Uh-huh. Вот. Причем непонятно, как это будет не Avengers, а типа что-то другое. Поговаривают, что могут показать еще, типа, возможно, покажут, типа, этот, как его, блять, от Rocksteady, типа, игру этот Suicide Squad. Mm-hmm. Вот. И поговорю, что что-то еще покажут, типа тоже от каких-то очень high-profile крутых разработчиков, типа то, что они могли бы показать сами или могли бы показать на Game Awards, но Microsoft заносит денег за типа, ну, за продвижение, и, соответственно, типа вот они покажут именно вот на этой конфе. Я жду игр от First Party Microsoft, я жду Halo Infinite, я жду по слухам Perfect Dark. То есть, вроде как Perfect Dark и существует. Вот, и даже, наверное, не в вакууме. И от таких анонсов, которые не от First Party, мне все-таки хочется надеяться, что Ubisoft что-то сделает с Принцем Персии. Потому что на фочанах и на Reddit уже, блядь, вторую неделю обсуждают этот несчастный Twitter-аккаунт, который Принц оф Персия в Твиттере, который якобы имеет имейл, начинающийся на U и кончающийся на bisoft.com. Нет, в смысле имейл, да. Ну, и было бы неплохо, если бы вот они так взяли и из задницы вытащили Принца в Персии. Напоминаю, что в каком-то из наших подкастов мы обсуждали, почему это, скорее всего, хуйня собачья. Потому что Принц Персии стоит денежков. Нахера тебе платить денежки за торговую марку, если ты можешь не платить? Бля, чувак, и сделать Assassin's Creed Persia, условно. Ты можешь сделать как раз Prince of Persia, который будет почти что Assassin's Creed, типа, но чуть-чуть попроще, меньше по масштабу. Угу. То есть Assassin's Creed это типа вообще ёба хуйня, 10 студий сидели, все делали ты там разом, да, в течение 3 лет. Что... А тут у тебя две студии, сделали игру попроще, поменьше, меньше локаций, вот это все,
Но, типа, давайте попробуем, а вдруг прокатят. Короче, а вдруг, типа, купят. Да? Ты понимаешь, что последний раз про «Принца Персии» мы слышали в 2010 году, когда фильм вышел. Это 10 лет назад было. За эти 10 лет выросло поколение геймеров, которые про «Принца Персии» вообще нихуя не знают. Ничего. Для них это франшиза ничего не говорит. Абсолютно. Зато про Assassin's Creed они слышали. И условно, если у тебя стоит задача сделать игру, которая типа там про персидского принца, ты можешь эту игру назвать «Принц оф... Assassin's Creed Персия», и ты спокойно получишь бабки. Что? Что случилось? Дим, я только сейчас осознал, что, во-первых, я не смотрел фильм «Принц оф Персия», а во-вторых, там главную роль играет Джимин Холл! Господи, блядь. Вот вместо того, чтобы каждый раз говорить о том, какой охуенный фильм про Картера, этого марсианина, вот посмотри «Принц Перси». Он не самый плаговый фильм. Я понимаю, я слышал о нем очень много. Я все-таки посмотрю его, но вопрос в том, что Джейк Джилленхол у меня настолько не ассоциируется вообще типа с «Принцем Перси», что он выглядит, знаешь, как типа просто как такая даже наебка какая-то, такая косплеер. Он настолько странно смотрит, потому что вот для меня Джейк Джилленхол в первую очередь, он для меня ассоциируется, знаешь, как вот, сейчас я скажу, как называется. Короче, есть такая группа, называется The Shoes. Французская. Пишется? Ну, туфли, ну, The Shoes. Типа, вот. И у них есть клип, который называется Time to Dance. Это, ну, это на самом деле это очень крутая группа, которая делает охуительную музыку, французы. И они сняли клип Time to Dance, в котором снимается как раз Джейк Джилленхол, главную роль играет. Так. И это просто, это самый лучший, наверное, клип, который я видел вообще в жизни. Вот. Это просто охренеть. Это маленькая, это короткометражка про чувака, который, по сути, серийный маньяк, маньяк-убийца. А ты много фильмов с Джилленхолом вообще смотрел? Да, много смотрел. Вот. И как бы, у него очень разные роли, на самом деле. Как бы, ну, «Принца Персии» реально странно выглядит. И, кстати, «Горбатая гора» так и не посмотрел в итоге. Вот. Но я посмотри, кучу гифок смотрел. В 2020 году уже можно, Тимур, серьезно. Я тебе могу сказать, что я знаю всю фабулу и так далее, но я так и не посмотрел. Короче, пацаны, если вы вдруг не смотрели клип «The Shoes – Time to Dance», блять, посмотрите, потому что это реально один из самых лучших музыкальных клипов вообще ever созданных. Это клип, короткометражка про чувака на 8 минут, который является серийным убийцей. Только что это сказал, мы поняли. И как он вот этот путь проходит, блин, это настолько круто, что вот я говорю, вот для меня Джейк Джилленхол почти во всех его ролях, он в целом так или иначе ассоциируется примерно вот с таким образом. Когда ты видишь его «Принца Персии», ты такой просто ебаться, сраться, что за хуйня просто. Ну, то есть, короче, это прям реально странно выглядит. Да. Короче, я в любом могу случае. Сказать, ты так, ждешь конфликт? Возвращаясь к фильму Microsoft, я очень жду Microsoft. Я практически уверен, что они будут изо всех сил топить Sony. То есть, для них это единственный шанс оправдаться за ту конфу, которую они до этого сделали, где показали кусок говна вместо Next Gen. Хотя мне, в принципе, те игры понравились. Смогут за счет third party. Уверен, что смогут. То есть, как бы... Ну, ты понимаешь, что они должны условно показать, там, типа, новый, там, я не знаю, это Elder Scrolls 6. Ты же не или, знаешь... Или там Starfield не, показать не, какой-нибудь. Не. Starfield и Elder Scrolls 6, это все тебе покажут на QuakeCon в августе. Или когда он там выходит. У Bethesda... Нет, на QuakeCon есть... не будут показывать. У них должна быть своя собственная конфа. Собственная конфа Bethesda и есть QuakeCon. Ну, то есть, у них... На QuakeCon не будут показывать Elder Scrolls 6, ты чё? Он проходит в онлайне, в чем проблема? Это компания, которая, блядь, относится к Bethesda. Чего бы не показать. Но я могу сказать так. Я очень жду, что Microsoft будет топить Sony, потому что нужна конкуренция Sony'ам, нужна хорошая конкуренция Sony'ам, чтобы у тебя реально был, блядь, выбор между там той консолью или этой консолью, чтобы ты, блядь, такой, там же есть Halo, а там же есть Horizon, что же взять, чтобы ты сидел, блядь, и думал вот так, а не такой, знаешь... как это было в 2015 году. Нахуй мне этот Xbox, пойду PlayStation куплю. Чтобы вот такой хуйни не было. Очень хочется, чтобы было два конкурента, которые вот будут друг дружку давить. И мы за счет этого, как игроки, получим нормальные игры. Я сегодня был в ритейловом магазине и видел в ритейловом магазине, типа, корнер с приставками. Угу. И раньше, знаешь, как было, типа, там, например,
Xbox One X, типа, 27 тысяч рублей, типа, PlayStation 4 Pro 32 тысячи рублей, то есть, типа, при том, что Xbox One X мощнее, да, но его продают дешевле. И сегодня такой, типа, захожу в этот корнер, а там Xbox вообще не... Ну вот, пожалуйста, купили. Ты понимаешь... Нет, я имею в виду к тому, что ты понимаешь, что раньше там был Xbox, вообще в целом Xbox One, игры для Xbox One. А сегодня, ну, это был, знаешь, вот в... Как он называется? Техпорт, что ли? Не, не Техпорт, какой-то другой. Технополис, кажется. Да, Технополис. Ну и кажется, чего? Короче. И там я просто заходил в магазин, потому что он недалеко от меня от дома. И вот ты заходишь, типа, там, знаешь, корнеры разных, там, типа, Nintendo, там, PlayStation, Xbox. Xbox просто убрали вообще весь. Его просто нет. То есть приходит человек, что я хочу, что бы мне купить, Xbox One X или PlayStation 4 Pro? И типа, говорит, а можно Xbox One X? А что, что, что? То есть PlayStation просто... 4 Pro? Ну, ты знаешь, это можно сказать, что мало ли, сток кончился. Или просто избавились от непрофильных активов или еще какая-то ерунда. Вообще, полностью убрали. Закончилось рекламное размещение, пожалуйста. Вариантов масса. Чувак, вообще нет, нету, невозможно купить даже игру для Xbox One. Хватит. Пожалуйста, хватит. Хватит, сука. Ладно, короче, пацаны, мы ждем мероприятия, мы, естественно, его осветим, как бы все новости, которые там будут, мы, естественно, вам расскажем, и это будет довольно-таки круто. Вот. Да. Слушай, можно я тебя перебью? Да, да, да. Может быть, мы... Убирай. Да, спасибо. Короче, смотри, единственная вещь, которую я хотел рассказать, как бы, потому что это реально довольно важно, в контексте того, что мы говорили, например, в интервью с Дэном Греем из Astu Games, это то, что касается Apple Arcade. Дело в том, что тут Bloomberg передает якобы новость, которую мне, естественно, конечно, мне не очень приятно ее услышать, как бы, но, блин, как есть, так и есть. Дело в том, что Apple Arcade в том виде, в котором его задумывали, и в том виде, в котором он существует на данный момент, явно не очень оправдывает ожидания Apple. Почему? Потому что Apple, как вы помните, они же пошли по какому пути? Они сказали, что типа, бля, братаны, вот вы знаете, есть огромное количество в App Store игр, типа, знаете, донатных дрочилин, фри-ту-плейных, с монетками, энергией, кристаллами и прочим говном. А давайте вот мы все-таки сделаем систему по подписке, в которой вы сможете поиграть в реально нормальные премиальные игры за подписку. Так. И якобы эта история не очень взлетела. Почему? Потому что большое количество игр, которые выходило за последнее время в Apple Arcade, не энгейджили людей. То есть люди, которые скачивали эти игры, они смотрели на них, такие, ну, окей, 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 короче, и такие, типа, просто брали их и удаляли после этого. Поиграли, удалили, а подписку не продлевали, потому что они не видели ценности в этой подписке. То есть не было игр, которые бы заставляли их оставаться в этой самой подписке. И, как ни странно, но единственная игра, которая вот для меня самого лично являлась самой вовлекающей игрой вообще во всем Apple Arcade, это был Greenstone. Это игра, что такое? Это такой типа пазл, где ты ходишь таким ёба-мужиком, которым ты уничтожаешь монстров, ты рисуешь линию, типа, не 3 в ряд, а типа 25 в ряд, как бы, да, рисуешь, и он, типа, разъебывает монстров, типа, и ты зарабатываешь бонусы определенные. Плюс есть куча таких так механик. Называется? Да, Grindstone называется, да. Если попробую короче, найти, да. Я тебе могу сказать, что мне эта игра безумно понравилась. Я ее поставил на Apple TV, на iPad и на iPhone, у них там сейвы по клауд-сейву синхронизируются, я играю в нее до сих пор постоянно. И смысл в том, что вот эта игра, это единственная игра, которая действительно меня заинтересовала. Это вот она, посмотри чтобы... на картинке. А ты понимаешь, да, что у меня сейчас здесь да. появится, да. Вот. Ну, это типа такое, типа, мультяшная штука, где типа ты рисуешь, куда да, типа, я понял. Идти, ну, это, и видимо, чувак уничтожает, есть. Разъебывает монстров. Вот. А, типа 3 в ряд, только 25 в ряд. Вот. И смысл в том, что... Ну, подожди, а вот что ты говоришь продлевать, да, например? Подожди, а ты не можешь ее отдельно купить? Не можешь. И смысл в том, что остальные игры в App Store, которые вот именно в Apple Arcade, они хорошие. Но они, во-первых, все на любителя. Типа того же самого там Assemble with Care, который вот как раз создатель Monument Valley. Один из создателей этой игры был у нас вот в одном из прошлых выпусков спешл, который, ну, типа, креативный директор этой игры, он рассказывал, типа, как создавался, собственно, Assemble with Care. Если вы вдруг не слушали, то послушайте обязательно это интервью. Оно если на русском, на английском.
И смысл в том, что вот эти игры, знаешь, вот ты приходишь, типа, поиграл там 50 минут и типа закрыл, и все. И с одной стороны, есть люди типа меня, которые надеются на то, что таких игр будет больше и продляют свою подписку вот только потому, что так, блин, вот сейчас вот что-то новое вышло, прикольное, давайте вот я попробую, посмотрю. То же самое сейчас вышел, например, ремейк Beneath the Steel Sky, то есть самый старый-престарый квестовой игры, которую сейчас переделали полностью в трехмерном виде, со озвучкой, со всеми делами. Она тоже довольно крутая, она реально классная. Я поиграл чуть-чуть, я как бы расскажу про нее попозже, когда прям вот хорошо пройду ее, там, ну или полностью, или типа почти полностью. Она, это реально классная игра. Ради нее, вот ради таких игр стоит продолжать Apple Arcade подписываться. Но большинство людей, им вообще на самом деле пофигу. Им хочется игры, которые бы вот их engage'ли именно, которые вот они бы прямо ходили и играли бы. И Apple явно, видя, что люди не продляют подписку Apple Arcade после триального периода, и видя, что игры, в которых реально тратили больше всего времени, это игры а-ля Grindstone, они мало того, что расторгли договоры, контракты, которые у них были с разработчиками игр, а мы напоминаем вам, что для некоторых разработчиков они могут заплатить, ну, судя по интервью с креативным директором Monument Valley и Assemble Square, они могут заплатить до нескольких миллионов евро вам, как бы, ну, в плане бюджета игры. Главное, чтобы вы игру сделали, да. Ну, это зависит, естественно, от студии, от ее известности. От предыдущих игр, да. Да, от всего, как бы. Но, типа, если вы крутая, крупная, классная, клевая студия, то вам могут заплатить реально там до нескольких миллионов евро спокойно. Да, но смена парадигмы в том, что чтобы заставлять людей продлевать подписку, я правильно понимаю? Ну, то есть, как бы, идея точно такая же, как идея с Xbox Game Pass. Ну, то есть, да. Есть куча классных игр. Максимально вовлекающие игры. Понимаешь? Да, но основную движуху создают те игры, в которыми ты играешь с друзьями, и где там донатная дрочилка, условно говоря. Или которую ты просто, даже без донатов, без всего, потому что в Apple Arcade нет донатов. Угу. То есть, это то, что ты, типа, играешь просто постоянно. Потому что, вот, например, Grindstone охуенный, потому что это сессионная игра, которую ты можешь запустить, блядь, в такси. Я правильно понимаю, запустил, что ее... Запустил, поиграл, все. Я правильно понимаю, что ее нельзя отдельно купить из App Store? Только с подпиской. Только по Apple Arcade, да. Понятно. Это, и это хорошая игра, на самом деле. Это классная игра. Просто таких игр мало там. В основном игры такие, знаете, типа, например, какого-нибудь Ocean Horn. Клевая игра. Такая, типа, копия Зельды. Очень упрощенная, да? Но ты в такси не можешь в нее поиграть. Потому что, как бы, ты не хочешь заморачиваться. Ты бухой, сел, блин. И хочешь там, типа, ну, что-то очень простое делать одной рукой. Это ты что-то очень личное говоришь. Я могу сказать, что я бы поиграл, но... У меня другая фишка. Я не люблю играть на мобилах вообще, в принципе. Я и на свитче-то в портативном виде не очень люблю играть. Но я могу сказать так. Такая смена парадигмы, она мне не нравится в принципе. Ну, то есть, очень надеюсь, что сервис условно не умрет. То есть, как бы... Что я Apple от него не откажется там через три месяца. Напоминает хороший вариант, это еще What the Golf. What the Golf офигенный просто, короче. Вот этот гольф, где ты играешь, типа, то человечком, то... Чем-то. Типа, какой-нибудь огромной хуйней. Не обязательно клюшки. What the Golf охренительный, на самом деле, тоже. Вот, короче, вот есть игры, которые действительно классные, которые вот заставляют людей возвращаться к ним, в них играть и пытаться их пройти или перепройти. А многие игры в Apple Arcade... не заставляет людей перепроходить. Я могу сказать, что, например, недавно там вышла игра, которая такая, типа, прям настолка. Настолка, типа, про чуваков, которые, типа, сражаются с инопланетянами, такая, типа, а-ля XCOM, только с механиками настолки, где, типа, прям бросаешь кубик, твой персонаж столько-то там, типа, идет. Ну, мы в такую играли недавно, я помню эту историю. Ну, короче, вроде как, типа, прикольная игра, но, знаете, я поиграл, понял, что очень сложно, и на телефоне мне в такое не хочется играть. Я прям понял, что вот я не хочу. Да. Но при этом игра классная, понимаете? А вот нужно что-то, вот нужен баланс между игрой, которая будет прикольной, вовлекающей, долгоиграющей на мобиле и так далее. Потому что если этого нету, то, типа, люди не остаются в Apple, в этом самом Apple Arcade. И Apple это понимает теперь, по крайней мере, точно. Ну, будем надеяться, что сервис не сдохнет. Да. Я очень буду надеяться хотя бы то, что, типа, будут вовлекающие игры, которые будут позволять, типа, существовать сервису, как бы, ну, продлевать подписку, но при этом будет еще второе направление. Это вот эти самые эксклюзивы от очень крутых студий, типа, создатели Monument Valley, вот такие игры, типа, как вот Assemble Square,
ради которых люди будут просто, просто вообще первый раз оформлять подписку, потому что, блин, ну это же реально охуенная игра, я про нее столько много всего слышал, хочу в нее поиграть. Вот да. Я очень надеюсь, что такое тоже будет. Вот и все. Слушайте, мы переходим к нашим впечатлениям, и сегодня в впечатлениях сегодня только один я, поскольку Тимур ничего не смотрел, ни во что не играл. Кроме той игры, о которой он не может говорить в этом подкасте. Да. Я играл только в Ghost of Tsushima. Все это время я играю только в Ghost of Tsushima. Тихо. Я не могу говорить о том, хорошая игра, плохая игра, нравится она мне, не нравится. И ничего не могу говорить по условиям эмбарго. Но я все это время играл только в нее. Слушайте, а я хотел вам рассказать о фильмах, которых я посмотрел. Дело в том, что после прохождения Last of Us'а меня в принципе не тянет на какие-то серьезные драматические истории. Мне хочется чего-нибудь более простого, более, так сказать, приземленного, знаешь, вот более глупого, скажем так. Я посмотрел фильм про Евровидение. Бля, у меня он стоит, на самом деле, в вышлисте, потому что говорят, он на самом деле хоть и тупой, но прикольный. Короче, это фильм с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс. Вы ее можете, кстати, помнить по «Настоящему детективу» второго сезона. Она там играла Бизи Ридис, если помните. Это комедия про то, как в маленьком городке в Исландии живут мужик и женщина, которые хотят выступать на Евровидении. Благодаря неким обстоятельствам, скажем так, не очень хорошим, получается так, что от Исландии на Евровидение послать некого, и посылают их. И это, я бы сказал, это пародия на все Евровидение в целом. Это такой американский взгляд на Евровидение. Насколько, ты понимаешь, насколько это странный, глуповатый и не всегда с хорошими песнями конкурс. Ты когда последний раз смотрел Евровидение? Очень давно. А знаешь, когда последний раз смотрел? Когда там выступала группа Лорди. Это был 2010 год или 2012? Так вот, чтобы ты понимал, что такое Евровидение последние 10 лет? Ну? Это фрик-шоу. То есть, я вижу по бородатому мужику. Я просто к тому, что типа, чтобы ты понимал, как выглядит Евровидение для всего мира, для всего, даже для европейцев. Они берут не самую классную группу в своей стране. Они берут не самую интересную группу, не самую талантливую группу. Они берут самую ебанутую группу и туда выставляют, как в цирке, понимаешь? И только, и знаешь, там, ну, как до жирафа долго довольно доходит, да, есть такая страна Россия, знаешь, которая искренне думает, что победа в Евровидении — это настоящая победа, давайте туда пошлем крутых там вот певцов и так далее. То есть весь мир понимает, что Евровидение — это цирк с конями, и только в России такие, блядь, это серьезная компетишн, давайте, сука, сделаем очень серьезную штуку, будем все болеть, вот это все, короче. Там, блядь, женщины с бородами поют, понимаешь? Бля, Кончита Вирус, это был самый пиздец, был в том, что, типа, я был на дне рождения своего друга, у которого Кончита Вирус, она ему пела на день рождения, типа, «Happy birthday, Mr. President». Мы были в Барселоне, типа, она приехала в Барселону, а она, типа, подруга моих друзей, вот. И они, типа, сказали, типа, блин, можешь спеть, пожалуйста, вот нашему другу, там, Георгу, короче, и, типа, она такая, да, вообще говно вопрос. Короче, она нахуярилась и пела реально ему, типа, а потом мы все вышли вместе на улицу, типа, стояли, курили, бухали и так далее, типа, я расспросил кучу вопросов, говорю, типа, ну, я все спросил, что, я все, что хотел, я все спросил. Типа, а ты давно носишь бороду? Вот, и, короче, ну, это просто парень, который одевается в женскую одежду. И, ну, типа, отрастил длинные волосы. Все. То есть, как бы, и, типа, и как он там начинал, вот это все. Он очень плохо говорит по-английски, на самом деле. Прям, ну, такой, типа, прям тяжело говорит. Ну, то есть, нормально, но тяжело. Вот. И, как бы, он такой прям с немецким акцентом. Ну, понимаете, вот, там. Кстати, ты говоришь, что фрик-шоу и в России этого не понимают. Пожалуйста, вот тебе в чате напоминают, что хотели от нас отправить Little Big. На мой взгляд, Little Big — это охуительное фрик-шоу.
Разве нет? Особенно танец, а танцы. И Тимур, так, и Тимур сломался на этом моменте. Такой, типа, и чё? Я просто хочу сказать, что, типа, чтобы ты понял, почему его воспринимают достойным снятия сериала. Насколько странные, тупые сериал, люди фильм, туда едут. Окей, фильм. Хорошо, фильм. Да. Насколько странные, тупые люди туда едут. Потому что так, вот этот сериал, ну вот вообще в целом, вот все Евровидение, оно для сторонних людей выглядит именно так, потому что оно такое и есть. Ну и хорошо, ладно, только окей, последние пару лет, подожди, только последние пару лет в России поняли и осознали, что Евровидение как бы, наверное, это не настолько серьезный конкурс, насколько мы думали последние 10 лет. Чтобы заморачиваться. Но, короче, помимо вот этих фрик-шоу, я могу сказать, что это комедия, которая довольно добрая. Ну, то есть она даже, знаешь, вот в ней нету прям таких прям вот, блядь, плохих моментов. Это, по сути, почти что семейный фильм. Ну, то есть там вот, наверное, его теоретически можно и с ребенком посмотреть. Ну, в теории. Вот. Второй момент. Там, как ни странно, хоть и очень предельно тупые по смыслу песни, они неплохо исполнены. Потому что поют, конечно же, поют не настоящий Феррелл и не настоящая МакАдамс. Поют за них другие, которые умеют петь. И поют они хорошо. Хотя песни достаточно глупые. Но я могу сказать так, это guilty pleasure. То есть ты смотришь, это плохо, но это вот прям, вот знаешь, короче, вот примерно так плохо, как Six Underground, вот это вот типа B, да? Такая прям тупая хуйня, но прикольно. Да. Я вам советую просто посмотреть фильм про Евровидение. Как бы это ни было тупо, как бы это ни было там, типа, вам не нравилось там это Евровидение и прочее, просто это такая добрая комедия. Мне понравилось. Мне понравилось, как отобразили весь этот конкурс. Короче, я бы так сказал. Это семерочка. Вот так вот. Вот. Семерочка. Короче, на IMDb. Да. Я могу сказать, что на самом деле Евровидение, это, конечно, целая там клака. У меня просто есть куча друзей, которые туда ездили. Типа, и есть куча знакомых, которые там даже побеждали. Вот, но вообще, конечно, это все полная поебень, и Евровидение это реально это фрик-шоу. Просто если вы вдруг в 2020 году думаете где-то как-то, что Евровидение это не фрик-шоу, пожалуйста, поменяйте свое мнение, потому что Евровидение это фрик-шоу. Да. Вот, просто поймите и осознайте. Второй фильм, который я вам сегодня хотел посоветовать, это старый фильм 2016 года. Я про него ничего не слышал, пока случайно на него в подборке не кликнул. Фильм называется «Песня дьявола». В русской версии он так переведен. Хотя на самом деле она скорее «Песнь тьмы», «A Dark Song». Это ирландский независимый фильм. То есть, знаешь, вот на месте, на слове «независимый» ты должен сразу сказать, что «а, ну понятно». Ну, то есть, по сути, это камерный хоррор, действие которого происходит в одном доме. То есть, там персонажи очень редко выходят из этого дома, скажем так. И история следующая. Женщина покупает дом с определенным количеством комнат, где окна выходят на определенные стороны света, и находит... Что это такое? Что это? Заботанист. Лучший джин на свете. А, это ты пьешь? Да. Ты уж поднакидался, я прям чувствую это. Прям. Хорошо тебе. Конечно. Блин, я сижу трезвый. Ну так вот. Определенное количество комнат, определенные стороны света. И она находит мужика, который согласен ей провести некий ритуал в этом доме. Для чего ей это нужно, она изначально не говорит. Но вам по мере того, как развиваются события, вы поймете все, что в этом фильме происходит. Я могу сказать, что этот фильм, в нем нет никаких, никаких скримеров, в нем нет никаких там монстров ужасных, там, каких-то, знаешь, там, типа, отвратительных вещей и прочее. Но он настолько жуткий, что я его смотрел, такой думаю, блять. То есть атмосфера нахождения в доме, в котором проходит некий ритуал, довольно гнетущая, по крайней мере, для меня.
И лучше всего этот фильм не смотреть в дубляже на русском, потому что я это сделал, могу сказать, что дубляж довольно говёный. Лучше его смотреть в оригинале. Мне не нравится история с нашим дубляжом, то, что в дубляже почему-то за каким-то хуем очень сильно перелопачивают звуковую дорожку. Так что у тебя голоса людей, которые озвучивают, звучат очень громко, а все звуки в фильме приглушаются. Так вот... Димка, это очень правильно, потому что на самом деле у нас раньше, давно, таким образом озвучивали, что они же делали не контекстную нормализацию звука. То есть, условно, грубо говоря, типа, чтобы голос всегда звучал отчетливо. А они просто брали, типа, определенные пресеты ставили, типа, и все. И получалось так, что, типа, в обычной атмосфере, когда, типа, ничего не происходит, грубо говоря, люди стоят в комнате, что-то рассказывают, разговаривают, слышно нормально, а потом начинаются взрывы, пиздец распидорасило, короче. И в этот момент, типа, людей просто не слышно. Понимаешь? И поэтому начали делать какие пресеты, типа, чтобы людей было слышно в любом случае всегда громко, всегда. Это все замечательно. Даже когда пиздец распидорасило. В этот момент их должно быть слышно, и когда тихо тоже стоп. Это все замечательно, но я тебе могу сказать, что в оригинале фильм намного более стрёмный, потому что там есть некие звуки, которых ты нихуя не слышишь в дублированной версии. И в случае с хоррором это довольно важная история. То есть я рекомендую смотреть на английском с субтитрами. Потому что, ну, фильм, наверное, не самый лучший хоррор на свете, но мне понравился. Вот реально. И концовка очень необычная. Я ее, честно сказать, не ожидал такой концовки. Вот. Поэтому «Песнь дьявола» или «A Dark Song» я вам советую. Она реально неплохое кино, на мой взгляд. Если вы любите хоррор. Бля, ты знаешь, я каждый раз думаю о том, что типа мне нужно посмотреть «Мидсоммар». Одному-то стрёмно. Вот. А девушка у меня ненавидит хоррор. Чё там, ненавидит хоррор? Все любят хоррор. Блядь, нет. Чё ты мне тут рассказываешь? Все любят хоррор. Короче, я пытаюсь понять, с кем мне посмотреть «Мидсоммар», короче. Хочешь, не знаю, ты приезжай ко мне в гости, или я к тебе приеду. Я легко, я бы с удовольствием «Star Wars» посмотрел. Он очень классный. Вот, я один не могу, потому что я пиздец охуею просто. Потому что я просто вспоминаю реинкарнацию, и я 2 недели ходил и, блядь, шугался в темноты, потому что а вдруг там на стене, блядь, баба. Ну не настолько вот страшно. Короче, похоже, похоже на ВИЧ. Нет, не похоже. Ну, то есть какие-то моменты, но похуже. Короче, я бы посмотрел, как бы, если вот мы можем с тобой как-то устроить, типа, просмотр, или, я не знаю, со слушателями где-нибудь в каком-нибудь там кафе устроить или что-нибудь такое, я бы посмотрел бы. Вот, как бы, но мне немножко стрёмно. Но я понимаю, что вот такие вот истории, типа «Песнь тьмы» и прочее, многим людям могут быть стрёмно просто вот as it is, как бы, типа, вот просто потому, что оно немножко такое, оно немножко страшное. Есть разные формы страха, которые есть в хоррорах. Есть страх, который там основан на... Нет, ты понимаешь, я не говорю про скримеры, типа... типа. Ну, это самый тупой вид хоррора, не кажется тебе? А когда тебе, типа не очевидно так заходит? Ну, вот тебе. Могу сказать, что мне было в некие моменты жутковато, но это, скажем так, прошло довольно быстро. То есть я не могу сказать, что... фильм «Песнь тьмы» прям какой-то охуительный хоррор. Нет, есть хорроры пострашнее. Но это неплохое кино, скажем так. Оно нормально сделано. И если понимать о том, что это, сука, камерная драма, которая происходит, блять, в одном помещении, она не выходит за его пределы, то все претензии к фильму просто снимаются абсолютно. И мы переходим к нашим статьям недели. Я хотел сказать, что типа, как бы, на самом деле, вот ты сказал про фильм, который происходит в одном помещении. Да. Вот. Я не уверен, что мы рассказывали вообще про него, типа, когда-либо в нашем подкасте. Но я так, типа, знаешь, в довесок хотел рассказать о том, что существует фильм, который снял, ну, как ни странно, Роман Полански. Так. Который называется «Carnage. Резня». Это совершенно охренительный фильм про человеческие отношения, который заключается в том, что типа люди приходят, одни люди к другим в гости. Они просто сидят типа за столом, и у них происходит разговор. Да. И это настолько охуительный фильм в плане вот того, что происходит на экране.
как они переживают эти эмоции, как они переживают какую-то там типа жизненные ситуации, отношения друг к другу, каким-то жизненным событиям, каким-то там субъектам. Блин, это просто охренеть как круто. И там еще очень-очень классные актеры, потому что в главных ролях играет Кейт Уинслет, Джоди Фостер, соответственно, Джон Райли, Кристоф Вальц. Там очень... Это всего 4 актера, которые играют там. Все, там больше никто не играет. А это не тот фильм, где у них дети посрались? Это тот фильм? Они, ну, начинается с того, что у них дети посрались. Дети посрались, и с этого начинается завязка фильма. Я смотрел фильм. Начинается, да, заметно. Он это просто комната, где сидит 4 известных актера, которые разыгрывают охуительную сцену. И поэтому, как бы, вот если вам нравится такого рода прямо театральная история, где сидит 4 человека и совершенно театрально разыгрывают как бы, какую-то определенную историю, это охуительный фильм. Просто обязательно не бросайте, не забивайте, посмотрите. Как бы, если вы любите вот такое, типа, вот прям настоящее театральное кино, это очень круто. Называется «Carnage. Резня». Да, «Carnage. Резня». Мы переходим к нашим статьям недели, и сегодня у нас 3 статьи. Я не читал ни одну, поэтому отдуваться сегодня будет Тимур. Первая статья на сайте The Atlantic. И что это такое, Тимур? На самом деле, это очень классная статья о том, что... Ты пытаешься вспомнить? Нет, как бы, я просто как бы, ну, знаешь, так, типа, пытаюсь правильно сформулировать мысли о том, что в США эпидемия коронавируса, которая на данный момент является, ну, США, как вы знаете, является лидирующим в худшем смысле страной по количеству заболевших и по количеству умерших, связанных с коронавирусом. И The Atlantic это, ну, это очень крутое издание, ну, у которого охренительные совершенно лонгриды, и мы очень часто их советуем и вообще много раз говорили об этом, о том, что у них реально очень классные статьи. Они пишут о том, что прямо с разбором очень детальным о том, как США могли среагировать на всю эту эпидемию, если бы типа не выебывались и если бы не были бы, не чувствовали бы, типа, что это какая-то херня, какой-то, знаете, там, китайский грипп, поебень, нам посрать. Как бы, вот если бы всего этого не было бы, прямо поэтапно, по шагам, в какой момент, когда, почему, зачем, каким образом они могли бы избежать вот этого огромного, гигантского количества умерших, которые есть у них на данный момент. Мне нравится заголовок. 3 недели, которые изменили все. То есть за 3 недели можно было поменять кардинально. Ты понимаешь, что там же типа количество заболевших, оно же распространяется в геометрической прогрессии. То есть 3 недели решили бы очень многое на самом деле. Очень многое. И, к сожалению, этого не сделали. Слышал историю про ковид-вечеринки? Не слышал? Что это такое? Короче, в Алабаме. Ну, ты представляешь, это штат Алабама, да? То есть это реднеки, это муншайн. Ты ебешь свою сестру, и тут тебе пишут, приходи на ковид-вечеринку. История следующая. Ты приводишь зараженного, который официально уже болеет ковидом, на такую вечеринку. И собираешь туда людей, и даешь приз. То есть первый, кто заразится, тот получает деньги. Соответственно, люди приходят ради денег. Когда пацаны, об этом истории узнал то ли сенатор, то ли, ну, короче, кто-то из местных властей. Губернатор или мэр, да, или что-то. Он везде ввел маски и, блядь, перчатки, как у нас. Это вот история буквально я только сегодня читал, то ли не тяжелый. Просто, пацаны, чтобы вы понимали, что, ну, просто судя по тому, что, типа, пишут реальные люди, которые, типа, ну, типа, вовлечены в медицину, не то, что какие-то, знаете, там, типа, инстаграмеры, которые, типа, говорят, ой, я переболел ковидом, пиздец. А, типа, люди, которые имеют медицинское образование, что самая большая проблема ковида в том, что, типа, ты не просто переболел воспалением легких, тебе было хуёво, ты вылечился. Нет, это не так. Когда ты переболел ковидом, у тебя нахуй перекосоёбло весь твой организм таким образом, что тебе может возникнуть... Ну, вот может возникнуть любая проблема. Какая-то побочка, да, может быть. Какое-то сопутствующее заболевание и так далее. Начиная от того, что у тебя, типа, может быть, по сути, уничтожение 30% твоих легких, и ты просто, у тебя будет постоянная одышка всегда. Просто на всю жизнь просто вперед у тебя одышка. Всегда.
Или это может быть, например, история, типа, связанная с щитовидкой. Это уже все об этом говорят. С бесплодием. Тоже все об этом уже говорят. Ну, то есть... Вот ты реально, типа, такой, о, мне похуй, типа, ну, переболел колевидом, ну, посрать, короче. Да-да-да, да, все, посрать, там короче, же но... История в Алабаме проявилась не потому, что люди тупые, а, ну, Дим, то есть, и по этой истории тому, что тоже, люди но... почему-то да. считают, что ковид, это, типа, ты переболел воспалением легких и поебать. Да. Ну и все. Прикол-то в этой истории, знаешь, в чем прикол-то в этой истории? Почему они так делают? Ну, то есть, ты никогда не задумывался, почему? Ну, то есть, как что бы... они ебет своих сестер? Нет. Идея в том, что большая часть людей, про которые в Алабаме слышали, те, которые переболели ковидом, они им болеют бессимптомно. И именно поэтому люди приходят на такие вечеринки ради денег, понимаешь? То есть, типа, а я тоже переболею бессимптомно, и хоть мне похуй, зато я получил свои там 10 тысяч баксов, понимаешь? То есть, это вот так работает. Бля, Димка, ты же читал, что, типа, бессимптомная болезнь, на самом деле, в итоге оставляет у тебя эффект матового стекла в легких. Но для того, чтобы об этом знать, надо, наверное, не ебать свою сестру волобами, понимаешь? В чем проблема? Короче, первая статья вот была такая, мы еще обсудили эту историю. Вторая статья, я тоже ее не читал, давай вторую статью. Короче, вторая статья очень крутая. Это статья на Т-журнале про тяжелую историю масонов в Российской империи. Знаете, там типа треугольник, глаз, вот это все, типа там ту-ду-ду-ду-ду-ду. Подожди, а масоны были в Российской империи? Для меня это новость. Бля, чувак, ты что, издеваешься? Я вообще даже не в курсе. Масоны есть везде, ну. Даже в твоей жопе. Блин, действительно, ну... Короче, на самом деле, ну, как бы история с масонами связана, типа, она, конечно, естественно, типа, очень известна. Короче, я понял, но, что здесь как бы... история российских масонов. Почему тебе эта статья заинтересовала, скажи мне? Она реально классная с точки зрения того, типа, что, типа, мы все знаем, типа, что вот масон управляет всем! Это ну, знаешь, такие, типа, стереотипы, предрассудки. Стереотипы из 19 века, знаешь, нам, да? Да, но они, знаешь, такие, типа, как бы, вот, типа, вот все масоны всем управляют. Угу. Но они не опираются на никакую, типа, реальную информацию, на какую-то, вот, типа, вот, настоящую информацию. И вот круто, когда ты все-таки читаешь что-то настоящее. Какие были люди, что они делали, что они переживали, как они были, что до нас дошло, что не дошло. Ну, то есть, как бы, то есть, немножко, знаешь, типа, когда твой стереотип, предрассудок, и как эта сказка превращается в реальность, в быль. Что ты берешь, типа, читаешь, как это на самом деле все работало, понимаешь? Mm. И это на самом деле, вот в этом плане это круто. Когда ты, типа, вот твои какие-то смешные стереотипы превращаются в реальность. Это круто. Ну и третья статья. Третья статья еще круче. Причем это даже не статья, я так понял. Что это такое? Это не статья, это два видоса. Мы запихнули статьи, потому что, как бы, по сути, ну, это то, что мы вам обычно советуем прочитать. В данном случае это не чтение, это просмотр. Потому что, ну, куда еще запихивать, типа, наш совет, посмотреть пару видосов. Я не, том, что... не планирую выкладывать эти видосы. Я могу сказать, что я вам дам ссылку на сайт BBC, где можно теоретически, наверное, это найти. Да, именно так. Типа, короче, BBC сделала специальные документальные фильмы про искусство Персии. Просто дело в том, что, как вы знаете, многие люди, когда они слышат, знаете, типа, Иран, ну это же самое, что Ирак, ну арабы ебучие, короче. Mm-hmm. Дело в том, что Иран — это совсем не арабы, это персы. Mm-hmm. И персы, как вы помните из курса истории, это типа, это вообще другая нация, это вообще другие люди, это вообще все другое, это другая культура, это все другое абсолютно. И дело в том, что у персов совершенно... какая-то такая самоидентичная культура. И вот как раз-таки BBC сняла короткометражку, которую типа разбили на две части. Ну, там три серии, и на самом деле. Это скорее даже, наверное, документальный сериал. Получается, да. Короче, это документальный сериал про искусство Персии. И оно самобытное, интересное и необычное. Не такое, как вы могли бы предполагать, например, там, типа, от Иордании. Или там, типа, от там Ирака, или от чего-нибудь такого. По сути, Персия — это бывшая Месопотамия. Блин, ты мне опять напомнил о том, что я бы посмотрел все-таки на «Принц Персии». Ну, короче, смысл в том, что, типа, вот Персия и Месопотамия, и Иран — это вот это совершенно отдельный особняк с
стоящий вообще вот совершенно отдельно от всего остального Аравийского полуострова. И это охуительные документалки. Я посмотрел первую часть, я не посмотрел все, но первую часть я посмотрел. Это охренительная документалка про то, какое было искусство, как появились эти самые огурцы, те самые пейслинс, вот эти самые персидские огурцы, и как появилась вот эта узорчатость, как появились все эти истории, типа, связанные с их искусством. Это очень классно. Я вам очень советую, посмотрите. Это не текст, это видео, но я надеюсь, что у вас получится. Мы не знаем, где его найти, поэтому мы выкладываем ссылку на BBC, скажем так. У BBC есть ссылка, куда пойти и куда идти смотреть. Да. Слушайте, ну а мы заканчиваем наш подкаст сегодня без Максимки. Я могу сказать... Дим, стой. Да. Что? Стой. Очень важная вещь, короче. Мы написали на нашем Патреоне большой пост, но мы поняли, что не все наши патроны видели этот пост. Дело в том, что если вы являетесь нашим подписчиком на Патреоне, то, возможно, в июле, сейчас, конкретно вот сейчас идет июль, вы столкнулись с тем, что Патреон смог с вас снять немножко больше денег, чем обычно. Это связано с тем, что Патреон вынужден в июле, конкретно в июле 2020 года, подчиниться условиям налогообложения большого количества стран. Они прям разом подчинились законам, ну, там, типа, ни одной, ни двух, ни трех, ни пяти, а там, типа, 30 стран сразу. Ну, конкретно нас интересует Россия, в первую очередь. 20% НДС. Нет, Дим, ты неправильно, неправильно заходишь. Смысл в том, что... дело в том, что разные страны считают разное количество цифровых услуг, которые оказывает там подкастер, художник, диджей, музыкант, модель и так далее, они считают разное количество услуг или разную часть этих услуг налогооблагаемой. И если вы являетесь нашим подписчиком на Патреоне, то, в общем-то, мы постарались оптимизировать в соответствии с рекомендациями Патреона наши услуги таким образом, чтобы уменьшить налогообложение, которое с 1 июля Патреон, к сожалению, ввел для жителей, в том числе и России, и для других стран, там, типа США, Австрии там, и так далее. Мы постарались уменьшить эту нагрузку по максимуму. Но мы будем сейчас анализировать в ближайшее время, в июле, какое количество денег Patreon снял, с какого количества подписчиков, с каких пледжей, сколько денег, за что именно. И мы постараемся оптимизировать наши пледжи таким образом, типа, чтобы они были максимально комфортными для вас. Поэтому, если с вас сняли, типа, дохрена денег, мы просим прощения, потому что, ну, к сожалению, это не от нас зависит, но, типа, если так случилось, то, ну, так случилось. Например, с вас могут снять от 1 до 20% вашего пледжа. Это много. То есть, если вы снимали, если вы, например, платите $20, и с вас сняли, там, типа 20-ю часть там $20, там, ну, типа $1, например, это хреново. Мы постараемся сделать так, типа, чтобы с вас снимали как можно меньше денег, но нам нужно понять, что именно с вас снимали. Поэтому мы проведем специальное исследование от того, ну, вообще про то, типа, какое количество денег снимали с каких людей, которые нам заносят сколько денег и с каких территорий эти люди, в общем-то, ну, как бы, вот нам заносят. Там уже, знаешь, что нам в чате писали, что переходите в Беларусь. Если вы перейдете в Беларусь, никаких налогов вообще. Ну, мы выяснили, например, что у всех у наших украинских, например, пледжеров, которые нам заносят на Патреоне, у них не вообще никаких налогов, типа, не сняли. В России сняли, ну, типа, у всех россиян сняли налоги. У кого-то, например, с $5, типа, когда люди заносят, у кого-то сняли 30 центов, у кого-то сняли $1. Ну, типа, то есть непонятно. Поэтому мы проведем исследование, поймем, чего как, и изменим нашу пледжу. Тебе, кстати, поправляю, что 20% от $20 — это не 1, это 4 бакса. То есть ты платишь не 20 баксов, а 24. Нет, я просто к тому, что, типа, у наших патронов сняли совершенно разное количество денег. И мы не всегда понимаем,
чем логика. Ну да. Мы постараемся разобраться. Короче, смотрите, следите за нашим Патреоном. Мы будем собирать статистику. Если вы подписаны на нас на Патреоне, то возможно, вам придется заполнить какой-нибудь файлик, который мы попросим вас заполнить. Мы единственное, что попросим, это типа Google таблички вбить, сколько сняли, типа того. Да. Короче, что мы хотели сказать, типа, пацаны, спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Мы получили огромное количество комментариев на нашем Патреоне о том, что, типа, да вообще похуй, типа, сколько там налогов, вот это все, типа, главное вас поддержать. Пацаны, мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что, типа, вы не то, что нас слушаете, типа, за то, что вы нас поддерживаете, и за то, что для вас это действительно важно. И мы стараемся делать наш подкаст максимально релевантным, максимально интересным, вот именно для вас, типа, чтобы мы понимаем, вот для некоторых людей, у которых жизнь там, типа, или классная, или не очень классная, или очень классная, или охуеть, какая классная, или охуеть, какая не классная. Мы хотим быть интересными для вас, для всех. И мы напоминаем вам, типа, что если бы не вы, то подкаста не было бы, потому что мы бы закончили еще 2 года назад, или 3 года назад. Да, и спасибо вам, пацаны. Мы продолжаем все это делать благодаря вам. Но самая большая наша благодарность — это тем, кто заносит нам больше всего денег через сервис Patreon. Это, конечно же, 5D Trade, Алекс Колов, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артем Логинов, Артур Галиулин, Денис Бондаренко, Евгений Петрунко, fappeningbook.com, funkopoprussia.com, коллекционные фигурки в России, fx4trader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Качев, Джаггер Меш, Маринад, Майк Брюханов, Мистер Берни, Мистер Валери, Никита Стрельников, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Радамса, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Героям Слава, Ти Юджин, Валерия Неборская, Владимир Ходаков, Владислав Сульянов, Вова Стельмащук, Юрий Косарихин, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный Апельсин, Дмитрий Коробенков, Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов, Ромочка Какашкин, Сережа Шатальников, Ярослав Харищенко и Илья Иди в персону. Илья, иди в персону! Короче, пацаны, так и написано. Спасибо. Да, спасибо вам, что смотрели, спасибо, что донатили. Мы на этом прощаемся до следующей недели. А насчет нашего ДТКД, скорее всего... Да, я скажу одну штуку. Да, что? Давай. Я хотел просто сказать, типа, что, извините, пацаны, что мы, типа, вдвоем. Дело в том, что Макс летит сейчас в самолете. Но мы надеемся, что вот наш завтракаст, когда мы, типа, можем выйти вдвоем, типа, что он получился не самым таким, типа, отстойным. Ну, а если он получился отстойным, напишите нам на e-mail, потому что на следующей неделе мы будем, скорее всего, собирать... Не пишите нам на e-mail, блядь! Мы будем собирать ваши вопросы и ответы. У нас будет спешл по поводу... Летний спешл по поводу ваших вопросов и наших на них ответов. Так что, если вы хотите нас спросить что-нибудь, что не входит в наш факт на сайте, пожалуйста, прочитайте его, если вам не сложно. Пишите нам на e-mail завтракас@gmail.com. Ждем ваших отзывов. Давайте, до следующего раза. Всем пока-пока. Счастливо.